Добрый день, дорогие слушатели, дорогие участники футурологического семинара. Рад вас приветствовать и хочу сегодня поговорить и рассказать о том, какой, как мне кажется, будет структура нашего общества, структура социума с учетом тех технологических изменений, которые будут. Ну, надеюсь, что в социуме будущего все будут помнить выключать микрофон, если не говорят. Вот, во время онлайновых конференций и конференций в метаверсе. Вот, ну, а про все остальное я расскажу. Значит, смысл моделирования и прогнозирования социума и структуры общества в том, что изменения, которые происходят в области технологий, про них говорят очень много, и это один из таких краеугольных камней футурологии, то есть попытки предсказывать, что поменяется технологически, этому уделяется достаточно много внимания. Также существует довольно много моделей, связанных с экономикой, где пытаются экономисты и не только прогнозировать структуру производства, структуру таких частей экономики, как энергетический баланс, и такие модели тоже существуют. Естественно, много говорится о демографии, это, может быть, такая же значимая вещь была изначально, как технологические прогнозы, но прогнозированию социума уделяется достаточно мало внимания, потому что сложно здесь выделить какие-то однозначные законы, по которым называется общество, так как все те научные направления, такие как социология, экономика, политология, групповая психология, все эти направления недостаточно развиты в научном плане, чтобы они обладали высокой предсказательной силой, и поэтому сложно сказать, каким именно будет общество после того, как произойдут какие-то вводные события. Например, после того, как произойдет переход от плановой экономики, например, к рыночной, как это произошло. Социологи могут комментировать те изменения, которые происходят уже после того, как они произошли, но зачастую не могут их, чаще всего не могут их предсказывать. Вот. При этом нужно понимать, что социальные изменения могут происходить намного быстрее, чем происходит технологически, потому что для того, чтобы что-то поменялось в социуме, иногда нужно буквально несколько лет или даже несколько месяцев, и общество каким-то образом реагирует на новые события. Например, когда начинается гражданская война на Донбассе или в Сирии, то достаточно быстро... Микрофон, пожалуйста, выключайте. Так... То есть социальные изменения могут происходить достаточно быстро, и в этом смысле, если мы каким-то образом научимся на этот процесс влиять, то у нас появится более мощный инструмент для управления миром, чем, например, разработка технологий. То есть разработка технологий, скажем, борьбы со старением может потребовать десятков лет, сотен лет, может быть. Вот. А поменять структуру общества потенциально можно, запустив какой-нибудь проект вроде московского долголетия, относительно быстро. И уже через год-два мы почувствуем какой-то эффект. Вот. Но теперь, собственно, от обоснования того, почему анализ и прогнозирование структуры общества важно, перейдем к тому, что можно сказать про содержание. Ну, сейчас, последние несколько лет, мы наблюдали, как коронавирус повлиял на структуру общества и как эти изменения происходят достаточно быстро. То есть структура социальных связей, как мы убедились, вообще характер общения между людьми может поменяться буквально за несколько месяцев. Вот. При этом то, что мы наблюдаем в обществе, это не просто появление удаленки, не просто появление гибридных собраний или гибридной работы, зачастую меняется структура компании, структура организаций, то есть вот это вот внедрение удаленки
меняет полностью характер горизонтальных и вертикальных связей. То есть возникают, допустим, связи между представителями разных городов, между людьми, которые до этого не могли встречаться, и у которых до этого были локальные какие-то структуры. Вот, вместо этого возникает что-то новое. То же самое мы наблюдали в отдельных субкультурах и сообществах, которые развивались в онлайне последние 20-25 лет. Вот. Ну а сейчас это резко за полтора года коснулось практически всех. При этом, если посмотреть на то, можем ли мы как-то охарактеризовать изменения, то здесь проблема в том, что современное общество сложнее, а современная социальная наука недостаточно развита. Если представить себе модель общества в прошлом, ну, наверняка вы все видели либо в учебниках, либо в каких-нибудь статьях, картинки в виде пирамиды, которые описывали устройство общества в средние века или, например, во время раннего капитализма или во время Древнего Египта, когда у нас выстроена вот такая вот пирамида, и значит, у нас наверху находится фараон, под ним находятся жрецы и бюрократы, ну и так далее. Значит, в самом низу находятся там ремесленники, а под ними рабы. И вот такая вот простая общественная структура достаточно хорошо отражала реальность. То есть было небольшое относительно количество классов, порядка 10, то есть, может быть, даже меньше, это там могло быть 4-5 там, каст, 3-4 сословия или класса основных. И несмотря на то, что внимание деталям, естественно, уделялось очень много, то есть там то же самое, допустим, дворянство, естественно, там делилось на большое количество разных подклассов и категорий, но, наверное, различия между там, графом и герцогом, да, они были не столь принципиальны. То есть там была иерархия, но там не было принципиально разных социальных ролей. В то же время сегодня, если мы говорим про общество, то оно скорее напоминает не пирамиду, а какой-то сложный фрактал, в котором есть, во-первых, множество параллельных структур, то есть человек сегодня одновременно может быть и представителем каких-то традиционных групп, и представителем традиционных экономических каких-то социальных классов, и входить во множество разных субкультур, которые некоторые из которых существуют только онлайн, но при этом обеспечивают человека социальными связями, обеспечивают передачу информации, обеспечивают какие-то дополнительные иерархии, в которых человек может участвовать. Вот. И некоторым людям этого мало, и они занимаются технологическим развитием, созданием платформ дополнительных для того, чтобы организовывать сообщества, организовывать какие-то структуры. Вот. И доходит до того, что сейчас пытаются создавать целые отдельные цифровые юрисдикции, так что параллельно традиционному офлайновому социуму, который состоит из там, национальных государств, внутри которых есть какие-то традиционные структуры. Вот. Вместо этого должна появиться возможность создавать какие угодно группы с какими угодно правилами. Вот. И если подобные изменения действительно произойдут, то где-то через 20-30 лет мы можем увидеть параллельное существование множества разных моделей. Это в каком-то смысле перекликается с тем, о чем антрополог Дэвид Грабер говорит в своей последней книге, что в первобытном обществе люди очень много экспериментировали на протяжении десятков тысяч лет с разными социальными формами, в том числе создавая что-то очень необычное, с там, структуры, где там, зимой была одна социальная структура в каком-то сообществе, летом совершенно другая, с другими именами, с другими правилами относительно собственности и так далее. Вот. При этом те структуры, которые существуют, они некоторые бывают активные и активно развивающиеся, вот, а некоторые бывают такие застывшие уже и в каком-то смысле окаменевшие. Об этом пишет много сам Абурья, говоря о том, что бюрократические структуры изначально создаются какими-то правилами, потом существуют уже по инерции. И, соответственно, если мы рассматриваем следующие несколько десятков лет, где должны произойти очень большие изменения и в преддверии сингулярности, и во время реакции человечества на экологический и энергетический кризис, и
множество других процессов, в том числе связанных с развитием интеллекта, коллективного интеллекта и развитием и соразвитием человека и искусственного интеллекта. Так вот, весь этот процесс, он, может быть, еще будет разворачиваться в рамках множества параллельно существующих общественных структур, где какие-нибудь там киборги-зомби с орбитальных станций будут, ну, наиболее понятной и там, прозрачной для нас структурой, а параллельно с этим будет существовать еще множество других социальных групп. И у них у всех будут какие-то свои интересы, и в том числе интересы, касающиеся вот этой предсингулярной стадии, то есть большой игры, где ну, игра происходит за приз, возможность контролировать долгосрочное развитие постчеловеческой цивилизации. Вот. И как именно это все развернется, сказать сегодня очень сложно. При этом немножко внимания подобным вопросам уделяется сейчас, но разве что в контексте развития сильного искусственного интеллекта, то есть люди, которые занимаются вопросами целей искусственного интеллекта, AI alignment и вопросами предсказания развития сильного искусственного интеллекта, AGI, они пытаются анализировать, там, будет реализован тот или иной сценарий там, hard take-off или soft take-off, там, медленное или быстрое ускорение развития интеллекта перед сингулярностью, об этом нам пытается рассуждать Илья Завитковский и множество других специалистов или людей, которые себя ну, сделали специалистами в том, чтобы предсказывать, как будет развиваться сильный искусственный интеллект и сверхинтеллект, человеческий или машинный. Вот. Но моделей детального взаимодействия между группами, в том числе группами, которые могут создавать фрагменты искусственного интеллекта для собственного усиления, этих моделей у нас нет практически никаких. Вот. Это ставит задачу каких-то компьютерных симуляций социума, но тут, конечно, проблема в том, что моделировать поведение сложных агентов мы умеем сейчас очень слабо, то есть можно создать какие-то простые агентские симуляции, в которых есть там, множество агентов, ну, например, там, зайцы и лисы, которые играют друг с другом по достаточно простым правилам, там, зайцы едят травку, лисы едят зайцев, и значит, современные компьютерные технологии позволяют промоделировать, что именно будет происходить. Но промоделировать динамику социума, где формируются какие-то разные группы, разные коммуникационные структуры, это оказывается достаточно сложно. Вот. При этом вот это вот сложное моделирование, оно является необходимым ну, уже сейчас. То есть те изменения социальные, которые произошли в связи с ковидом, они привели к достаточно радикальным последствиям. Ну, например, сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе введены заявки на выход из дома. То есть если человек, живущий в Югре, хочет выйти из дома, но, например, не переболел ковидом или не получил QR-код по какой-то причине, вот, или действительно не вакцинировался, то ему нужно через там, госуслуги заполнять заявку на выход из дома. И, по сути, это говорит о том, что человек живет сегодня в сложном, достаточно в каком-то смысле в тоталитарном обществе с совершенно новыми правилами. Но как эти правила работают и как такое получилось, мы не знаем. В целом мы не справились с достаточно простой задачей, которая у нас возникла в связи с ковидом. Например, нам нужно было за несколько дней и недель ввести карантин. Нам нужно было потребовать от общества носить маски, и нам нужно было сразу выкатить вакцину. То есть, в принципе, ковидная ситуация могла быть решена за несколько дней или недель. Вот. Но у нас это не получилось, и история продолжается ну, уже практически два года. Почему это для нас важно не только в контексте ковида, почему это для нас важно в контексте движения к сингулярности и к постчеловечеству? Дело в том, что коллективная реакция на ковид – это плохой сигнал для проблем климата, искусственного интеллекта, управления научно-техническим прогрессом и других проблем. У нашего общества по факту есть враги. Да? И эти враги – это дураки и идиоты на всех уровнях, в том числе те, которые не выключают микрофон во время трансляции в Zoom.
Вот. Я не говорю уже здесь про не повзрослевших пока еще персонажей. Вот. А для выживания общества долгосрочного нам нужно научиться как-то там, передавать управление к более сложным, более продвинутым структурам, ну и, соответственно, начать дискриминировать тех, кто является недостаточно разумным. Вот. Значит, если говорить о том, как значит, социум влияет, под воздействием каких факторов и тенденций социум у нас меняется, то один из, наверное, первых основных – это изменение структуры деятельности, структуры профессий, в том числе в результате развития технологий. То есть, если посмотреть на последние 500 лет, то мы наблюдали переход от ситуации, где 98-99% населения занимаются сельским хозяйством, сначала к индустриализации и урбанизации, а затем в 20 веке к информационной работе, цифровизации, виртуализации, то есть мире, к миру, где 60-70% профессий и структуру ВВП – это услуги, ну, услуги, в которые включаются в том числе информационное обслуживание нашего социума, то есть работа людей, таких как там, рекламщики, пиарщики, специалисты по статистике, актуарии и так далее, юристы, то есть все те, кто вроде бы не отвечают за базовые процессы создания необходимых материальных ресурсов для того, чтобы мы могли существовать, но те, которые отвечают за правила, по которым это все происходит. То есть в каком-то смысле именно за функционирование социума как сложной структуры, а не просто за то, чтобы кормить людей едой и обеспечивать им все необходимое. Вот. При этом то изменение, которое происходит под воздействием вот этой смены технологий и смены структуры деятельности, ну, оно в каком-то смысле является таким неизбежным и предсказуемым. То есть появились фабрики, появились люди, которые на этих фабриках работают, то есть рабочие, появились менеджеры, как специалисты появился научный менеджмент. Вот, и там в дальнейшем произошла менеджеризация и административизация всех областей деятельности. То есть, например, вот это распространение научного менеджмента, оно в какой-то момент там, через институт бизнес-школ, через институт управленческой науки повлияло на все остальное, в том числе и на НКО, и на сектор НКО, то есть появились соответствующие программы в бизнес-школах, ну, если брать Москву, там, Московская школа управления Сколково, да, она, или там Высшая школа экономики, они учат и там, социальных предпринимателей, учат специалистов по развитию городской среды, вот, и городских сообществ. И, соответственно, вот эта там, фабричная история, она оказалась гораздо более влиятельной, потому что многие структуры, не связанные непосредственно с фабричным производством, тем не менее организованы по вот этой вот схеме. И в том числе, допустим, информационная деятельность, которая связана через несколько уровней, значит, через программный код и платформы, которые на основе этого программного кода работают, и потом, значит, какие-то экосистемы или что-то сложное, что работает на них, оно все равно определено так или иначе вот этой школой научного менеджмента. И программисты работают таким образом, и модераторы Фейсбука тоже работают по фабричному принципу. То есть социум наш копирует вот эту индустриальную модель, да, там через образовательную систему, через школы, несмотря на то, что вроде бы роль самого производства снизилась, и там производство составляет 12-20% от экономики. Вот.
Дальше возникает вопрос, а если мы посмотрим в будущее, то как предсказуемо поменяется структура деятельности и, соответственно, как поменяется через эту структуру социума? Тут, значит, есть, с одной стороны, очевидные предположения про роботизацию, про развитие нанотехнологий, про развитие искусственного интеллекта. То есть мы можем сказать, что часть работы будет перекинута с человека на какие-то другие структуры, на машинные. И это, во-первых, создает последствия понятные, которые много обсуждается, там, введение базового дохода. А при этом тут нужно понимать, что базовый доход как таковой, он выдергивает человека из всех рабочих взаимоотношений и помещает его в ситуацию, когда, ну, как бы базовой структуры, отвечающей, чем он занимается, у него нету, и он должен полагаться на нерабочие какие-то структуры, то есть самого разного рода социальные группы или там государственные программы, такие, как, скажем, для пожилых московская долголетие, которые будут создавать для него смысл и какую-то рамку для его существования и функционирования. Есть интересное исследование того, как меняется ситуация в моногородах после того, как оттуда, после того, как там закрывается основное производство. Интересная статья есть, завод, производящий время, где показывается, что если убрать вот эту производственную структуру, которая гудком утром каждый день задает людям ритм, которая дает людям уверенность в завтрашнем дне за счет там, долгосрочной занятости, вот если это убрать, то у людей теряется много, ну, назовем их, высших социальных функций, то есть способностей как-то управлять своей жизнью, планировать свою жизнь, быть агентными. И мы можем предположить, что для всех остальных это тоже необходимо, и просто введение базового дохода создаст определенный вакуум в плане того, о чем мы занимаемся вообще и зачем. Вот. И этот вопрос, чем и зачем, ну, на него есть трансгуманистический ответ. И там, возможно, появится множество каких-то альтернатив. То есть трансгуманистический ответ предполагает, что зачем? Затем, чтобы развиваться ускоренно в ближайшие несколько десятилетий и получить в итоге возможность стать постчеловеком, перейти в какую-то новую, более высокого уровня социальную и интеллектуальную структуру. Если говорить о вот этом базовом сценарии, базовом механизме влияния на социум через экономику, то в основе этого лежит техносфера. И вот эти изменения, там, робототехника, нанотехнологии, искусственный интеллект или что-то еще, да, тут есть потенциальное что-то еще. Это потенциальное что-то еще, это коллапс. И тут важно сказать, что с точки зрения многих специалистов по экономике, с точки зрения многих специалистов по прогрессу и тех, кто пытается заниматься предсказанием ближайшего будущего, то есть на ближайшие 50 лет, есть реальный риск того, что наша цивилизация может сколлапсировать. Не буду здесь подробно останавливаться на том, как именно. Ну, понятно, что за счет исчерпания ресурсов материальных, энергетических, за счет накопления проблем, с которыми не справляется управленческая система, то есть накопление сложности, которое происходило в 19 и 20 веке, и в том числе сложность социума, это с точки зрения экономистов такая дополнительная функция, за которую мы платили энергии дополнительной, избыточной, которая нам нужна. То есть вот все те 70% людей, которые занимаются услугами, ну и там где-то 40% работающего населения, которые занимаются информационными функциями разными, вот, это люди, которые обеспечивают сложность. То есть когда цивилизация была простой 1000 лет назад или даже там 400 лет назад, то было очень легко это общество организовать, каждый знал, что ему делать, все понимали, что, ну, так, Господь повелел, вот, мои внуки и правнуки этим занимались, я буду заниматься тем же самым. То есть то распределение по профессиям, которое было, оно не предполагало какой-то особой сложности. То есть любая деревня в целом была самостоятельно там, до появления железных дорог, и могла снабжать себя всем необходимым, и, соответственно, там, для функционирования социума достаточно было, грубо говоря, 100 человек, и, значит, социум мог самоподдерживаться. Современное общество нуждается в гораздо более крупных структурах для того, чтобы существовать, и там, вопрос о том,
а какая минимальная численность населения для того, чтобы поддерживать сложную современную цивилизацию, ну, говорит о том, что ну, это минимум десятки миллионов, а, наверное, даже сотни миллионов. То есть экономисты некоторые пытались оценивать, какие страны способны сегодня быть самостоятельными, производить там, самые сложные виды продукции, такие как там, микрочипы, автомобили, самолеты. Вот. И сегодня мы видим, что почти никто, там, даже Япония и Германия, не могут справиться с полностью вот этой всей производственной сложностью. Вот. В экономике это там, измеряет, есть специальный индекс экономической сложности, который страны классифицируют. Вот. Но достаточно сказать, что у многих ученых, у многих фрологов есть обоснованный пессимизм, что в течение следующих 50 лет мы можем начать наблюдать отказ, такой каскад отказов последовательно, когда части социума и части экономик и части глобальной цивилизации будут просто рушиться, и процент ресурсов, которые мы можем выделять на поддержание сложности и на дальнейшее развитие, в том числе на развитие сильного искусственного интеллекта, этот процент будет снижаться, и мы можем не успеть выйти вот на высокую вот такую траекторию. Соответственно, вот в зависимости от этих двух вариантов у нас будут происходить вторичные социальные эффекты с разной скоростью, и социум будет определенным образом меняться. При этом, если нам интересно все-таки заставить человечество перейти на хорошую траекторию, на высокую там, экспоненциальный рост и там, неограниченное дальнейшее развитие, то нам нужно понимать, как мы могли бы использовать вторые и третьи шансы, то есть как можно пытаться спасать общество, если коллапс начнется. Потому что с точки зрения некоторых специалистов, коллапс на самом деле уже сейчас начался, и есть несколько интересных работ, которые обосновывают, что мы живем, на самом деле, в обществе декаданса, в обществе, которое во многом находится уже сейчас в кризисе. И тут полезно вспомнить Сама Бурью, о котором я в самом начале сказал, который говорит о там, мертвых структурах, то есть мертвых игроках и системах, которые вроде как функционируют, но не могут своим развитием управлять. То есть тут, как бы, когда мы говорим про управляющую систему, то управляющая система есть в том числе у элементов системы, например, у каких-то социальных структур, у государственных структур, и вот их возможность адаптироваться, она не гарантирована. На самом деле, многие авторы говорят о том, что почти все организации, которые существуют, они мертвые, устаревшие, и они не могут гибко реагировать на то, что происходит в мире. Соответственно, это ставит для нас вопрос о том, кто вообще миром управляет и кто в этом мире живой, то есть какие, на какие структуры мы можем рассчитывать, что они поменяют свое поведение и будут вести себя не реактивно, реагируя там, на непосредственные экономические стимулы, которые перед ними стоят, а смогут планировать свое состояние и выбирать какую-то неочевидную стратегию. Это вопрос в том числе и относительно такого там, эгоизма против альтруизма, то есть если мы говорим, что нам хочется, ну, учитывая проблему, которая известна в экономике, как там, равновесие по Нэшу, значит, нам хочется, чтобы мы пришли, вся цивилизация пришла в хорошее состояние, а может так получиться, что каждый из участников реагирует только на свою локальную ситуацию, занимается локальной оптимизацией, и это приводит к тому, что итоговое состояние цивилизации намного хуже, чем оно могло бы быть. При этом ничьими индивидуальными действиями мы это исправить не можем. Нам нужно, чтобы организация сильно скооперировалась. Вот. И здесь там есть такие удивительные примеры, некоторые из которых, скажем, об этом пытался писать Илья Зрядковский, вот то, что происходило на фондовом рынке американском, когда там пытались скоординироваться пользователи Reddit для того, чтобы скоординированно атаковать там, хеджевые фонды, там, спекулируя на акциях GameStop. Вот. Это пример так называемой проблемы координации в экономике и в социуме. И определенным образом показывает, какого рода сложные задачи, с какой скоростью человечество может решать не эволюционным путем, то есть просто когда структура меняется как-то, ориентируясь на принцип выживаемости, а когда мы можем придумать, как нам правильно поступить, затем договориться с другими участниками и получить этот результат. И здесь как бы, для нас это на самом деле очень важно, потому что это такой cutting-edge
передний край нашей эволюции, вот эта вот социальная способность к сложной самоорганизации. И пример с ковидом, как я говорил, показывает, что мы не очень хорошо умеем это делать. Вот пример с GameStop показывает, что в некоторых случаях что-то мы делать умеем, вот, но насколько мы с этим справляемся и насколько, соответственно, мы сможем, скажем, сорганизовать заново систему научно-технического прогресса, насколько мы сможем организовать совместную разработку искусственного интеллекта там, через механизмы координации, такие как там, принятие этических кодексов или там, совместной разработки стратегии, вот, это вопрос открытый и очень интересный. Теперь, значит, по поводу того, то есть, как бы, как такие некие базовые моменты я обозначил, как именно происходит трансформация социума. Вот сейчас хотелось бы немножко сказать про такой макроуровень, начать с макроуровня и поговорить про образ будущего, который у нас сейчас перед глазами есть, ну и точнее, какие есть варианты. Значит, в какую сторону идет человечество и какие общественные структуры начинают разворачиваться? Ну, с одной стороны, многие говорят о том, что там, об очевидной идее, что капитализм как общественный строй, как идеология перестает работать, то есть то, что было актуально в 19 веке и в 20 для организации человечества, ну, сыграло свою роль, выполнило свои задачи. Вот, мы выстроили некую систему, которая позволила там, воспроизводить некоторые технологические процессы, заниматься там, добычей и использованием природных ресурсов на больших масштабах, и в том числе решать некоторые там, новые интересные задачи, которые в рамках капиталистического общества, ну или там, современного технологического общества возникли. Тут на самом деле есть определенные параллели и между системами там, социалистическими с государственным центральным планированием, то есть и в капитализме есть прежде всего не рыночный механизм на самом деле, а механизм создания фирмы, то есть бюрократии, и именно это является более значимым, чем рынок как таковой, то есть скорее говоря о капитализме как такой основополагающей системе для структурирования нашего общества, нужно отметить вот, создание фирм, бюрократию и там, капиталистов, предпринимателей, организаторов, которые отвечают за создание таких структур. Вот. Ну, об этом тоже интересно написано в книжке «Сама Будьи». Вот. А что мы имеем сегодня в плане результатов? Мы имеем, во-первых, то, что капитализм пошел в разнос по нескольким направлениям сразу. Здесь можно выделить три ключевых направления. Первое – это усугубилось финансовое неравенство последние 20-30 лет, то есть дошло до совершенно фантастических сумасшедших уровней, когда, ну и неравенство, оно не само по себе плохо, оно плохо, потому что в капитализме не предусмотрено стимулов для тех, кто сосредотачивает в своих руках очень много ресурсов, тратить их полезным для общества и человечества образом. То есть то, что Илон Маск способен, оказывается, отказаться от там, личной роскоши, продать свою недвижимость, жить в квартире площадью 100 квадратных метров там, или в модульном домике и тратить все свои ресурсы на то, чтобы сделать человечество мультипланетарным и спасти от недружественного искусственного интеллекта, это скорее исключение, связанное с там, какими-то, грубо говоря, личными травмами, в хорошем смысле, у Илона Маска, там, детскими, подростковыми, его психическими расстройствами, ну, то есть там, с его менталочкой. Это является очень хорошим для нас фактором, потому что если бы на его месте был бы какой-то более здоровый капиталист, то как бы, мы бы про него даже не знали, он бы просто там, тратил свои деньги на яхты и на все остальное. Ну или там пиарился бы, как, допустим, Стив Джобс, который, будучи столь же известным, как Илон Маск, тем не менее не ставил задач социальной трансформации каких-либо. Вот. Значит, это первая проблема. То есть ресурсов очень много уходит тем агентам, ну, сверхбогатым людям и сверхвлиятельным, которые на самом деле не знают, что делать, и просто судорожно пытаются ну, там, копировать какие-то модели. Здесь можно посмотреть на принца Мохаммеда бин Салмана из Саудовской Аравии, который там, пытается инициировать проекты развития для королевства Саудовской Аравии, такие как город Неом, и как бы
любой сколько-нибудь скептический взгляд на это говорит о том, что ну, шансов тут нет никаких, потому что ничего для усложнения социума и для там, создания каких-то управляющих планировочных дизайн-механизмов там не происходит. Происходит просто попытка купить за деньги сложную структуру. То есть сделать примитивное, но богатое общество непримитивным. Вот. И мы знаем, что это не работает. То есть перенести сложность, перенести какие-то управляющие механизмы из одной системы в другую – это сегодня загадка. То есть как это происходит, непонятно. Там, это удавалось различным реформаторам, таким как, допустим, Петр I из наших примеров, но мы знаем, что это происходило через там, много боли, насилия, крови, там, принудительного отрезания бород боярам, там, насаждения насильственными методами разных социальных механизмов. Ну, там, самые яркие, да, это, допустим, ассамблеи, которые Петр ввел и объяснял, то есть, по сути, вручную выстраивал социальные механизмы, выстраивал механизмы субкультур. Вот. Понятно, что то же самое потенциально можно было бы делать и сегодня, но нету акторов, которые это осознают, нет акторов, которые умели бы это делать. Вот. То, как это происходило в прошлом, почти всегда, это были эволюционные механизмы. То есть кто-то запускал какой-то проект, ну, например, там, создавал город с особыми правилами, как тот же Петербург, или, допустим, Шанхай, или Дубай. И в этих городах дальше запускался эволюционный процесс, и как-то они развивались. Сегодня у нас на эволюционный процесс может просто не быть времени. Ну, а попытки по-быстрому создать там, новый умный город, например, они просто не работают. Вот. Следующая проблема с капитализмом простая – это проблема ресурсов, то есть то, что в 20 веке там, произошла автомобилизация и развитие нефтегазового сектора, и это все породило мало того, что огромную политическую активность, но и поставило под угрозу вообще там, все человечество и наш вид, потому что создало климатическую проблему, и плюс есть проблема исчерпания ресурсов, которая на самом деле тоже фантастически серьезная. То есть если говорить про 21 век, то у нас по статистике в 21 веке на планете происходит увеличение материалоемкости ВВП, то есть не происходит там, дематериализации перехода к цифре и к сервисам, а наоборот, значит, на каждый доллар ВВП тратится больше ресурса материального в тоннах, чем это было раньше. В 20 веке были процессы обратные иногда, то есть снижалась материалоемкость. В 21 веке эта материалоемкость растет. Соответственно, учитывая, что мы уже сейчас практически достигли предела по матресурсам, к концу 21 века в общем, ждет нас ужасная ситуация, если мы как-то ее принципиально, кардинально не решим. Вот. И это в том числе предполагает отход от капитализма, и об этом, в частности, пишут в отчетах Межправительственной комиссии по изменению климата. Третья проблема после финансового неравенства и значит, канализации больших ресурсов финансовых тем, кто не может ими распорядиться, и энергетических проблем и ресурсных проблем. Третья проблема – это создание огромного количества бессмысленных работ, то, о чем писал, написано в книжке Буш и Джобс очень хорошо, это следствие вот этой платы за сложность, то есть для того, чтобы сложное общество работало, мы порождаем много разных институтов, то есть институты всякие, которые занимаются там, тимбилдингом в организациях, там, порождаем пиарщиков, порождаем идеологов, порождаем в общем, огромное количество разных всяких значит, там, блогеров и инфлюенсеров, которые иногда просто сами, а иногда, значит, потому что их там, заставили этим заниматься там, для какой-то задачи, занимаются ерундой. Вот. Иногда эта ерунда просто вредна. Значит, проблема здесь в том, что мы впустую тратим человеческий ресурс. То есть, ну, по сути, капитализм, да, он характеризуется невероятной неэффективностью и порождением огромного количества отходов. И, ну, waste по-английски более четкое понятие. Вот. Финансовое неравенство приводит к тому, что выкидываются в трубу деньги. Энергетические аспекты связаны с тем, что выкидываются в трубу материальные ресурсы. И вот последняя часть связана с тем, что выкидывается в трубу человеческий ресурс. Вот. Соответственно, нам нужно, понятно, что нужно переходить к другим структурам. И
Там, это один большой отдельный тоже блок про экономику, про политику, про то, по каким правилам вот этот переход может происходить. Еще нужно отметить, что параллельно с изменением вот такой макрообщественной структуры, как капитализм, у нас происходит и процесс виртуализации, и цифровизации, то есть частично это для цифровых наркоманов, частично это может коснуться всех, но во многом в это вовлекается самое младшее поколение, то есть сейчас есть большие цифровые миры, такие как Minecraft, Roblox, Fortnite и так далее, которые не способны пока к созданию больших и сложных структур, потому что нету цифровых инструментов для организации очень больших сообществ. Но, тем не менее, они показывают просто большое количество, большие массы людей, вовлеченных в это, то есть количество игроков в это, и показывают возможность локальной организации, то есть различные там игровые режимы, различные режимы коммуникации, различные формы взаимодействия, там возникают новые. Но если говорить о способности человечества к самоорганизации, то здесь пока что в интернете этого не произошло. То есть инструменты для того, чтобы люди сорганизовались с помощью цифры в что-то большое и сложное, у нас пока нет. При этом какие-то попытки, ну, такие, скажем, как там, создание каких-то государственных информационных платформ, там, различных сервисов там, типа госуслуги, пока они касаются только очень простых задач. Например, там, сейчас в России рассматривают возможность заменить паспорт ИНН и СНИЛС там, или медицинское страхование, да, на какой-то один документ. То есть решаются, ну и там наша страна не первая, в которой такой вопрос ставился, значит, решаются суперпростые задачи, что вот у нас просто есть несколько баз данных, и давайте мы каким-то образом там объекты в них не просто соединим друг с другом, а объединим. Вот это максимум, на который способно современное государство и обслуживающие его цифровые компании. То есть создать новую структуру экосистем пока никто не может. В этом смысле там интересно отметить там, проект, которым занимается Пион Медведев и ее товарищи, проект Your Justice по созданию виртуальных юрисдикций. Вот. Это попытка описать там, формальным языком правила, по которым существуют юрисдикции и те, кто в них участвуют, там, организации и личности, и, соответственно, создание платформы, которая позволяет, там, во-первых, масштабировать процесс создания таких структур, во-вторых, как-то значит, сделать возможность выстраивать из этого что-то сложное, то есть соединять вместе разные наборы правил. И если понятно, что это не предназначено там, для решения задач социальных или культурных непосредственно, но может быть для этого использовано. То есть если мы сможем порождать вот какие-то новые социальные структуры и там, делать это быстрее, чем в реальности, то есть там, не за 30 лет с вероятностью несколько процентов, а за год с вероятностью 50%, то это может дать нам возможности, ну, по сути, для социального дизайна, социального проектирования, социальной инженерии сложной. То есть можно будет сказать, что нам нужны новые институты какие-то общественные или что нам нужен новый общественный строй и дальше попытаться выкатить этот общественный строй там, за год или там, MVP общественного строя выкатить за 3 месяца, обеспечив людям возможность, ну, по сути, как в случае с ковидом, такого быстрого входа и потенциального выхода. То есть так же, как сказать, вот мы вводим локдаун и удаленку, точно так же сказать, мы вводим некий другой набор правил, и там 10 миллионов человек, попробуйте, поучаствуйте. Вот. Это даст интересный шанс на быстрое такое социальное экспериментирование и может создать, может позволить, если повезет, создать эффективные социальные инструменты, которые смогут, соответственно, решать задачи управления цивилизационной, которые у нас есть. Тут возникает еще интересный вопрос. Если вот такие инструменты не будут созданы и развитие дальнейшее будет происходить в ближайшее время тоже эволюционно, то возникает вопрос, а что с молодым поколением? То есть те участники нашего социума, которым там, меньше 15, ну, меньше 20, меньше 15 лет, которые сейчас как раз идут в там, Minecraft, Roblox, Fortnite, TikTok там, и прочее. Вот. А у них сейчас нету каких-то
больших, хороших социальных технологических ориентиров, но это представляет очень большой потенциал для воспитания трансгуманистического поколения, то есть поскольку мы все-таки говорим о некотором историческом императиве, что движение в сторону постчеловечества и в сторону улучшения человека является не только возможным, но и необходимым в определенном смысле. То есть тогда получается, что может оказаться полезным некоторый такой перехват власти юными трансгуманистическими нитшанцами, эмергентами. То есть если взять, грубо говоря, такой инструмент, как философия и идеология Ницше, и как-то ее модифицировав, транслировать на впечатлительное подрастающее поколение, там 12, 13, 14 лет, то потенциально можно там создать зародыши для социальных структур, которые будут трансформировать общество в какую-то нужную сторону. Здесь интересный вопрос возникает относительно моделирования социума, а как разные возрастные группы и в том числе разные там в имущественном плане группы, как они влияют на мир, и это тоже часть вопроса о том, кто управляет миром. Вот. Есть там какое-то количество примеров, что именно молодежь является традиционно социально активной, и эту активность на самом деле потенциально можно использовать гораздо сильнее, чем это происходит сейчас. Вот. Кто это сможет сделать и как, вопрос отдельный, но такие примеры, как там деятельность Греты Тунберг и множество ее последователей, там, которые проводят все пятницы для будущего и так далее, говорит о том, что здесь есть большой интересный потенциал. Иллюстрация в трансгуманистической сфере этого – это букварь для благородных девиц Нил Стивенсон и история про девочку Нейл, которая там собирает огромное количество других девочек и обучает их созданию молекулярных нанотехнологий, молекулярных нанороботов, и в итоге производит там, и социальную, и производственную, и технологическую революцию, и направляет развитие общества куда-то в другую сторону. От там, топ-даун нанотехнологий, которые порождают там, филы, ну, нации там, нового вида, к каким-то другим структурам, горизонтальным, сетевым, ну и так далее. Вот. Тут потенциал такой есть, и, соответственно, интересно посмотреть на те мотивации, которые существуют для такой самоорганизации, как бы кроме традиционных политических проблем, связанных с свободами, связанных с там, непосредственно выживанием и экономикой, то есть наличие рабочих мест и возможности зарабатывать. Кроме этого, возникла новая мотивация климатическая, которая может порождать там, и климатическую апатию, климатическую депрессию, может порождать там, отказ от традиционных социальных ролей. То есть человек может говорить, что бессмысленно заводить детей, бессмысленно работать, если человечество погибнет там, через 10, 20, 30 лет. Вот. Соответственно, в некотором смысле поколение вот, молодое, которое сейчас, его можно с некоторыми оговорками назвать поколением без будущего. То есть это те люди, которые должны как-то справиться с этим социальным кризисом и понять, что они будут делать. Потому что у них нет старой модели, модели взрослых, которые они могли бы скопировать и заимствовать. То, что, в принципе, возможно было делать всегда. То есть всегда в прошлом была модель отцов, которая, может быть, она была и хуже, чем там хотели дети, но она, по крайней мере, была какая-то и можно было ей следовать. Сегодня мы понимаем, что те модели, которые были у взрослых, у предыдущих поколений, они точно совершенно не будут работать, ну, по совокупности причин. То есть и капиталистическая модель не работает, и технологическая модель не работает, и, значит, в результате социально заниматься непонятно чем. И это может мотивировать детей и подростков не только там, просто выходить на улицы относительно конвенционально там, один день в неделю на сколько-то часов, но и потенциально к более серьезным вмешательствам в социум. И тут ну, просто вот этот ресурс, он присутствует, и интересным образом потенциально можно его использовать. Здесь надо отметить, что те революции, например, в арабских странах, которые происходили, и там, во многом всякие подобного рода события, которые происходили в Африке, они очень часто связаны как раз с молодежью, но, правда, не с детьми, а с молодежью там, около 20 лет. То есть это
уже экономически, социально активные и очень энергичные люди, которым нужно каким-то образом, значит, решать, а что им делать дальше. То есть они переходят из детской роли во взрослую, не находят достаточных возможностей для нормальной жизни и, соответственно, хотят каких-то революционных изменений. И вот это вот «не находит нормальной жизни», это может быть связано и с тем, что есть проблемы климата, которые они видят, и с тем, что им отказывают в возможностях продления жизни и в возможностях трансгуманистического апгрейда. И за счет того, что им в этом отказывают, значит, они ощущают, что надо как-то революционно все это поменять. Вот. А другой край социума, если взять пожилых, вот тут мы видим, с одной стороны, что во всех странах произошло увеличение продолжительности жизни и, соответственно, смена социальных сценариев для пожилых. В Москве есть проект «Московское долголетие», который является таким интересным и примером для подражания, как государство потенциально может менять социальные механизмы, социальную структуру, то есть осознать, что вот мир изменился и социальные роли могут меняться, соответственно, там возникает задача обучать и развивать пожилых людей, а не только им давать сидеть на лавочке или там хоронить их, вот, и выплачивать пенсию. И это такая достаточно интересная творческая задача, которая насколько-то все-таки решается и потенциально может решаться еще там, более масштабно, еще более круто. Вот, то есть сотни тысяч человек вовлекаются в новые структуры, в новые виды деятельности, причем по некому единому центральному плану. То есть не только эволюционным путем, но и путем проектирования. Вот это очень там, хороший, яркий, интересный пример. Потенциально тут очень много чего можно похожим образом сделать. Вот. Если мы посмотрим на пожилых, да, у них сейчас есть какие-то запросы, какие-то интересы на развитие, но в перспективе можно представить себе, что они захотят и продления жизни, омоложения, крионики, пересадки головы, и, в общем, захотят много чего другого. И это будет драйвером для социума каким-то дополнительным, ну, по сравнению с базовыми потребностями, которые были. Вот. При этом у них потенциально может быть достаточно большой ресурс для того, чтобы этот запрос социуму навязать, то есть экономический, политический и так далее. Вот. А в целом тут как бы важный кусок про то, что у взрослых людей и у пожилых людей зачастую есть больше, за счет того, что у них есть больше опыта, они прошли на более высокие стадии психологического развития во взрослении, и у них есть потенциально, у некоторых, по крайней мере, способности намного больше, чем у молодых, к тому, чтобы работать с широкой временной рамкой и с большими сложными системами. Это большая идея Роберта Кигана, так называемая, которую он предложил, и это связано с тем, что в начале 20 века у нас набралась, с одной стороны, критическая масса, то есть у нас по двум причинам набралась критическая масса взрослых сознательных людей. Во-первых, у нас начало сильно расти население, во-вторых, у нас увеличилась средняя продолжительность жизни, ну, в конце 19-го, начале 20 века, и в какой-то момент очень много людей повзрослели, намного больше, чем это происходило когда-либо в прошлом в истории. И вот эти вот повзрослевшие люди, у них, по сути, ну, можно сказать, что там с возрастом у человека вот расширяется голова в некоторых областях, то есть он больше знает, больше понимает, у него есть опыт каких-то длинных проектов, иногда десятилетних, двадцатилетних, и вследствие этого этот человек может представлять те процессы, в том числе процессы социального развития, процессы там, экономического развития, какой-то технологической эволюции, которые не могут представлять себе молодые или дети. И это привело к тому, что начался серьезный процесс рефлексии и самоуправления у человечества. Вот, появилась отрасль футурологии, там она зародилась в 20-30-е годы прошлого века, оформилась полностью в 50-60-е. И футурология как инструмент для прогнозирование будущего, его проектирование и управление им, это был уникальный компонент управляющей системы, которая у нас есть в мире, вот, который, к сожалению, недостаточно развился, и там, вот, все эти повзрослевшие футурологи, помудревшие, они умерли, и значит, сегодня нам нужно новых готовить, и нужно футурологи перезапускать. Но, по крайней мере, это была какая-то попытка глобального управления не только в пространстве, но и во времени. То есть есть много механизмов того, как там, разные группы управляют миром, но управление
на долгосрочную перспективу, это некая уникальная особенность. То есть всякие структуры типа трехсторонней комиссии или там, Всемирного банка, или экономического форума, или какие-то еще, они зачастую не лезли изначально в футурологию, они занимались управлением только вот здесь и сейчас. Вот. А для того, чтобы работать с долгосрочным будущим, ну, попытки как бы, футурологические они там происходили в 80-е, 90-е годы, был сформирован некоторый базовый образ будущего. Вот сейчас там, исполнилось 25 лет, почти 24 года, прогнозу, который был сделан в журнале Wired в 97-м году, когда значит, на волне интернет-бума и экономического, и технологического, и культурного, журналисты Wired попытались сформулировать позитивную картину будущего и заявили о том, что нас в следующие 25 лет ждет прекрасный и экономический, и социальный, и культурный, и всяческий рост, и вообще все будет очень хорошо, и к этому нужно быть готовым, что будет так же хорошо, как было в середине 20 века, когда действительно наблюдался очень высокий темп роста производительности, экономического роста, и там культурные трансформации происходили, множество революций в 60-е годы. Вот. А сейчас, соответственно, прошло почти 25 лет с момента этого прогноза, и то, что мы наблюдаем, это следующее. Уайт перечислил также 10 потенциальных рисков, что может пойти не так и что может помешать этому буму. Из этих 10 рисков реализовались практически полностью 8, и еще один реализовался частично. То есть почти все пошло не так, что могло пойти не так. Ну, значит, за исключением того, что экология не испортилась настолько, чтобы мы начали умирать от химических загрязнений, от рака. Это единственное плохое, предсказанное потенциально Уайт, что не произошло. И то, что произошло только частично, они предположили, что вот один из 10 рисков – это может быть глобальная пандемия, которая унесет 200 миллионов жизней. Вот. А надо понимать, что коронавирус унес всего 17 миллионов, то есть в 10 раз меньше, чем значит, могло случиться по самому плохому сценарию. Вот. Остальные 8 сценариев из 10 произошли. Вот. И хорошего не произошло. Соответственно, вот это... История с образом будущего, который был у нас, вот последняя версия, которая была такая технологическая, цифровизационная, там разговор шел про волны технологические, там нанотех, биотех, информационные, коммуникационные технологии, альтернативная энергетика. Вот, а этот хороший сценарий не реализовался, это факт. И, соответственно, у нас возникает задача сформулировать там, какие-то корректирующие воздействия, то есть понять, что произошло не так, что нам нужно сделать по-другому в следующие там, 25 лет. Возникает задача моделирования всего нашего развития и создания единой стратегии. И вот это вот большой кусок про управление миром, кто им управляет, с помощью каких инструментов. И тут там, много интересных возможностей для того, чтобы это делать, и там, я пытаюсь там, разными способами в это включаться, например, через там, НТИ и живые дорожные карты, через футурологические проекты для таких организаций, как там, Мосдептранс, для того, чтобы как-то сделать более эффективным и интегрированным планирование и проектирование отдельных кусков будущего для того, чтобы вот эта наша способность к управлению и в том числе к футурологическому управлению, для того, чтобы она смогла как-то нормально реализовываться. Потому что мы понимаем, что на макроуровне нам интересно довести человечество до сингулярности успешно, до постчеловечества. Вот. Но как этот путь должен происходить, мы к сожалению, понимаем пока плохо. Вот. А с футурологией проблему я уже озвучивал, что ее нужно перезапускать, но остальные области знания, такие как культурология, социология, социальная психология и так далее, они недостаточно развиты, то есть наука слишком слаба и сталкивается с кучей кризисов вообще в целом, а в этих областях тут как бы проблемы зачастую еще хуже. То есть у экономистов, у социологов нет нормальных там, предсказательных моделей, которые позволяли бы четко сказать, куда мы можем пойти, куда не можем, что может произойти, что нет, и что для этого нужно сделать. Вот. При этом надо понимать, что общество
все равно имеет определенную структуру, оно все равно развивается, но развитие это происходит не каким-то целевым образом, ориентируясь на единый образ будущего и единое видение целей человечества. Это происходит через более маленькие структуры. Вот, и это следующее, о чем хочу поговорить, это через субкультуры, например. Значит, у нас в 20 веке была проведена определенная коммуникационная революция. Значит, изначально предполагалось, что как-то можно сделать это все централизованно и упорядоченно. Например, Пол Отлет, который создавал прообраз интернета в виде Мунданиума и создавал там систему каталогизации, картотеки, библиотечные и так далее. Были попытки в середине 20 века у Ли Клайдеров, ARPA, создать, значит, сообщество, там, межгалактическую сеть, то, что потом превратилось в ARPANET и в интернет. Вот. Ну, там, проект Нейрокод, которым мы сейчас занимаемся, то есть это пример попыток выставить какой-то, централизованно выставить какой-то мощный инструмент. Но альтернативой этого как бы всегда был принцип сетевой, когда есть множество горизонтально соединенных маленьких структур, которые по каким-то правилам работают. Вот. Частично для этого платформа была выстроена за счет вот этой коммуникационной инфраструктуры. Значит, когда появилось там радио, телевидение и потом электронные коммуникации, параллельно с этим выстраивались инструменты, то есть надстройка происходила, выстраивался пиар, реклама и современные медиа, а потом, соответственно, интернет-технологические компании и интернет-сервисы. То есть эволюционировали определенные структуры, к сожалению, направленные не на развитие и эволюцию, а на удовлетворение каких-то более базовых, простых потребностей, то есть прежде всего потребность в развлечении или обеспечении потребительской экономики и там массового потребления, значит, обычных каких-то материальных ресурсов, то есть там еда, одежда, бытовая техника, электроника там, и так далее. А субкультуры в 20 веке, как правило, возникали вокруг музыки. Наибольшее количество субкультур связаны были именно с этим. А в районе, ну, перелома, то есть в районе 2000 года, мне кажется, можно говорить о том, что стали появляться во многом или в основном неотехнологические субкультуры, которые стали возможны именно благодаря развитию технологических и коммуникационных инструментов. То есть за счет того, что с помощью технологий можно делать что-то другое или коммуницировать как-то по-новому, у людей появилась альтернатива тому, чтобы просто там потреблять, ну, грубо говоря, музыку с помощью там пластинок или кассет, или смотреть телевизор, или слушать радио. У них появилась возможность как-то взаимодействовать иначе. И это породило очень большое количество все-таки интересных и каких-то прогрессивных субкультур. Вот. Хотя надо понимать, что вот эти вот медийные технологии, они не всегда хороши, не всегда продуктивны. Например, появление айфона в районе 2009 года, оно привело по статистике, ну или точнее не привело, а оно совпало во времени с снижением производительности труда определенным, с снижением там количества знакомств между мальчиками и девочками, снижение количества секса, которым они занимаются, и увеличению разве что только депрессии. Вот, поэтому медийные и коммуникационные инструменты, они не обязательно порождают там новое какое-то богатство субкультур, а иногда они могут просто ну, оказывать негативное воздействие. Вот. Но, тем не менее, субкультуры возникали, и механизм для этого выстроен примерно следующий. Значит, есть несколько коммуникационных площадок в интернет. Это, прежде всего, там, имиджборды 4chan и форум Reddit, где и порождается большая часть из там 160 миллионов мемов, которые существуют, и множество субкультур, по крайней мере, начиная с 2000 года. Там, до этого, понятно, были некие прото-коммуникационные структуры, то есть там ньюс-группы, фидо и так далее. Вот. И они в том числе были ответственны и за появление первых, точнее, они помогли и поддержали появление первых больших трансгуманистических субкультур, то есть там
такие примеры есть, как фидошная эхо RuKyborg, которая в России там сыграла определенную роль в том, чтобы собрать изначальное сообщество. Вот. И, конечно, платформы такие не являются единственным способом организации. Организация может происходить и в офлайне, то есть на семинарах, как тот же самый семинар по иммортализму и трансгуманизму, который был организован РТД в Москве. Вот. И те структуры, которые возникали в Америке для решения там задач организации трансгуманистов, то есть это и Foresight Institute, и это там космические общества, которые были, там L5 общество, общество Марса. То есть люди могли использовать в том числе старые коммуникационные технологии, просто ну, там, печатный станок, грубо говоря, или рукописный текст. Вот это тоже, в принципе, было возможно. И, например, там Ликлайдер, когда пытался собрать свою группу, эту Intergalactic Network, то он это делал с помощью просто бумажных документов, которые он рассылал по почте. То есть, в принципе, конечно, можно строить структуры и с помощью почты, но понятно, что увеличение мощности коммуникационных систем, оно позволяет очень сильно это ускорить, и как бы, это для нас может быть потенциальным неким решением. Единственная проблема, что ускоряется без обязательной гарантии качества. То есть у нас может быть очень много новых субкультур, но никто не сказал, что они все будут полезными хотя бы сколько-то. Вот. Примеров новых субкультур очень много. Это и штуки, которые связаны там, с дальнейшим потреблением контента, всякие витюберы, e-girl, e-boy. Это и просто какие-то, значит, пассивные негативные структуры вроде там, хикимори. И это всякие передовые группы, которые занимаются в том числе там, всякой интересной когнитивкой и менталкой. То есть это всякие тульповоды, любители там, фазы и так далее. То есть те группы, которые используют коммуникационную платформу интернет, ну, прежде всего, там, 4chan и Reddit, для того, чтобы найти какие-то новые формы деятельности и организовать какую-то социальную структуру вокруг этих форм деятельности, ну, а дальше уже деятельность эта для чего-то может происходить. Вот. Много других примеров, когда субкультуры создаются без ну, какой-то творческой задачи, а просто значит, вокруг каких-то примитивных потребностей, ну, в значительной степени сексуальных, то есть там всякие дигисексуалы, всякие АСМРщики, там, небинарные поли, японии. Вот, кто-то значит, создает субкультуры вокруг отсутствия значит, этого секса, там, инцелы, асексуалы. Вот, этого тоже достаточно много. Но как бы, интереснее всего, мне кажется, те субкультуры, которые ориентированы так или иначе, там прямо или косвенно, на то, чтобы пытаться захватывать управляющую роль. Вот. И это вопрос, на самом деле, очень сложный. Об этом немножко там, можно понять из работ Кожаринова, то есть, что необходим транслятор и какой-то технологический инструмент, значит, усиливающий мультипликатор для этого транслятора, то есть для этой деятельности. И как бы, если мы хотим, чтобы это была позитивная какая-то группа, позитивная структура, то нужно каким-то образом большую цель, там, климат, трансгуманизм, усиление интеллекта сопрягать с определенным видом деятельности, который обусловлен и обеспечен определенной технической базой для этого. Вот. И да, тут есть определенный потенциал у таких субкультур, как там, биохакеры, бодимодификаторы и прочее, но пока он еще не является достаточным. Вот. Я очень надеюсь, что удастся сформировать футурологическую субкультуру, то есть собрать, ну и, собственно, цель этого семинара – это один маленький шажок на пути воспитания там, будущей плеяды футурологов, которые поймут масштаб задач и их важность и освоят определенные инструменты для того, чтобы делать проектирование будущего, чтобы управлять значит, этим проектированием, созданием моделей и стратегий развития, и смогут тем самым обеспечить движение общества туда, куда нужно. Вот. А куда нужно? Ну, здесь очевидные направления для человека – это увеличение продолжительности жизни, на котором я сейчас не буду останавливаться, и усиление интеллекта, что является в каком-то смысле еще более важным, то есть человек не просто может существовать дольше, с тем уровнем
возможности и способности, которые есть, но может при этом развиваться и перестраивать себя. Вот, и здесь надо понимать, что относительно усиления интеллекта и некого создания там, Sapiens Plus или транс-человека, у нас есть некоторые проблемы. Во-первых, это то, что значительная часть людей продолжает верить в различные безумия. То есть это уже не только рептилоиды и НЛО, да, но это сегодня уже и плоская Земля, и там новые убеждения антивакцинаторов. Вот. А при этом, как мы видим, в плане создания почвы для такого безумия и его роста и расцвета выступают технологические компании и их технологические платформы. То есть такие компании, как Facebook и Google, прежде всего это рекламные площадки, это определенным образом создает для них мотивацию порождать там различные паразитические процессы информационные, социальные, то есть не только фейк-ньюс, но вообще в целом разрушение социальной ткани общества. То есть можно говорить даже о таком. Соответственно, это нейтрализует значительную часть социума, там, наименее крепких и стойких, или, может быть, там самых тупых, вот, и ставит вопрос о разделении по интеллекту, то есть, по сути, заставляет нас задуматься о таких вещах, как апартеид, сегрегация, там, евгеника и так далее. И я уже говорил о том, что повзрослевшие люди, то есть как это описывает Роберт Киган и еще Эллиот Джекс, они зачастую являются носителями каких-то более сложных моделей мира и, соответственно, могут играть более сложную роль в социуме. Но кроме вот этого разделения по возрасту и мудрости, наверное, есть и там множество других способов понять, кто лучше, а кто хуже. Соответственно, кто-то обладает агентностью, кто-то не обладает агентностью. Кто-то обладает эффективностью, кто-то не обладает и прокрастинирует. Кто-то умеет решать сложные новые задачи, кто-то не усилил свой интеллект и может только работать у станка, причем у достаточно простого. И здесь вот это вот признание различий, оно является необходимым первым шагом, то есть необходимо понять, что да, точно так же, как там, муравьи делятся на там, рабочих и там, королеву, точно так же, как значит, у других животных тоже есть там, продвинутые существа и, значит, менее продвинутые. Точно так же у человека есть умные, глупые, там, верхние, нижние, волевые, пассивные, значит, сверхлюди и унтерменши, или там, ресентиментные рабы, да, если посмотреть на это так. И здесь важно понимать, что определенная там, эволюция ницшанских идей, она нам сегодня необходима для того, чтобы те, кто могут играть вот эту активную роль, чтобы они, по крайней мере, как-то это для себя осознали, описали и, может быть, отрефлексировали. То есть нечто там, похожее на волю к власти нам нужно. Мы можем это называть по-другому, можем называть это там, агентностью, можем называть это как-то еще там, социально активной позицией, но это сейчас необходимо. И учитывая сложный характер проблем, с которыми нужно разбираться, которые более сложные, чем 100 лет назад, то получается, что вот это вот разделение надо делать не только по, допустим, волевым качествам или там, по чистоте крови или по образованности, но и обязательно хотя бы насколько-то по интеллекту. Ну, а следующим этапом является, естественно, усиление интеллекта, причем как для тех, кто снизу, их нужно подтянуть к среднему уровню, и для тех, кто сверху, их нужно потенциал максимально использовать. Понятно, что в перспективе мы не должны ограничиваться вот теми 8 миллиардами людей, которые у нас есть. Есть потенциально и другие игроки. Прежде всего, это значит, животные, которых можно с помощью различных технологий аплифтить, то есть сделать более разумными. И здесь там делалось много интересных работ в области обучения обезьян речи, то есть такие как Коко, хорошо известные примеры. Вот. А есть сейчас распространяющиеся практики обучения собак коммуникациям с людьми с помощью кнопочных систем, вот, когда там, простые такие модульные системы с несколькими десятками слов размещаются на полу в виде кучи кнопок, и собака или кошек обучают их нажимать, произносятся соответствующие слова, и человек таким образом может разговаривать с животными вот, и ну, как-то с ними более сложно взаимодействовать. Понятно, что отсюда большой очень путь до того, чтобы эти животные оказались хотя бы столь же полезны, как какие-то глупые люди, но как бы
эту возможность нужно отметить хотя бы, чтобы как-то скомпенсировать, да, аморальность, значит, нашей сегрегации, когда мы часть людей списываем со счетов, да, мы, по крайней мере, компенсируем это тем, что наиболее способных там, обезьян или дельфинов или собак мы, наоборот, берем в социум и тем самым декларируем настоящее там, равенство возможностей, меритократию и говорим о том, что, ну, мы приходим в какое-то более благополучное общество, где и у негров, и у женщин, и у обезьян есть возможности такие же, как у белых цисгендерных протестантов, ну или атеистов, да, если мы про нашу говорим часть общества. Вот. И это может быть не так интересно с точки зрения краткосрочной перспективы, то есть это вряд ли нам сильно поможет в продвижении к постчеловечеству, но это полезно для того, чтобы лучше представлять себе когнитивное многообразие, многообразие разных, значит, мыслящих структур. И тут как бы, такие примеры, как, скажем, осьминоги, они для человека оказываются неожиданно очень важны. Потому что сейчас в Великобритании приняты законы только что, которые подтверждают, что разные головоногие, такие как крабы, кальмары, осьминоги, могут чувствовать боль. Соответственно, им нужно дать определенные права на то, чтобы с ними хорошо обращались, то есть, по крайней мере, не варили их живьем, не ели их живьем. Вот. И там, это может показаться, да, там, очень таким странным и жестким примером, но на самом деле как бы это расширяет вот это вот большое пространство социума, то есть в него включаются постепенно какие-то отдельные другие существа. В некоторых случаях им дают какие-то базовые права, в некоторых случаях просто признают их ценность, как, например, с скатами в Индонезии, где посчитали, что один скат имеет экономическую ценность $1 миллион, развивая туризм. И что интересно, в мировой экономике считается, что жизнь человека стоит около $2 миллионов. Это, значит, показатель, который необходимо рассчитывать страховым компаниям, чтобы понимать, сколько денег нужно выплачивать жертвам в авиакатастрофах. И вот считается, что человеческая жизнь стоит в среднем примерно $2 миллиона в развитых странах. Соответственно, жизнь ската уже сейчас стоит, ну, как половина человеческой жизни. Да, если смотреть, допустим, на Индонезию, то, может быть, жизнь ската стоит даже больше, чем жизнь индонезийца. Вот. И понятно, что это такие, может быть, курьезы, потому что скатов не так много, да, а людей 7-8 миллиардов, но, тем не менее, даже появление каких-то отдельных таких примеров может оказать очень большое влияние на социум и на культуру, как, например, произошло с Александром Сергеевичем Пушкиным, да, который был правнуком арапа Петра Великого, то есть негритенка, привезенного из-за границы. И мы видим, что вот взяли одного негра, а он создал, соответственно, ну, там, после нескольких поколений солнце русской поэзии и, значит, наше все. То есть какая-нибудь обезьяна точно так же может для нас оказаться какой-то суперважной, если мы чуть-чуть там ее проапгрейдим ноотропами, нейроинтерфейсами или чем-то еще. Вот. Есть уже сейчас примеры юридические, когда пытаются сделать субъектами права разных животных, например, слониху Хэппи в Соединенных Штатах, и таких примеров будет, скорее всего, больше, и может так получиться, что именно какое-то животное породит нам следующего Мартина Лютера Кинга и, значит, спасет нашу планету. Я думаю, что это, конечно, там не очень вероятно, но исключать такую возможность полностью мы тоже не можем. Соответственно, роль животных, в том числе там, каких-нибудь клонированных мамонтов, может оказаться очень большой. При этом тут есть одновременно с увеличением роли животных еще и увеличение роли человека в регулировании природы. То есть мы берем на себя восстановление вымерших видов, там, тех же мамонтов клонируем. Это часть более широкой задачи ревайлдинга, то есть восстановление уничтоженных частей природы и задачи по управлению природой. То есть мы говорим о том, что в современном мире человечество стало слишком большим, мы не можем говорить о том, что природа – это просто что-то большое, внутри чего мы находимся, природа уже является частью как бы человеческой культуры, человеческой техносферы. Вот. И, соответственно, у человека выстраиваются новые отношения с миром, которые в том числе накладывают свой отпечаток и на структуру социума. Если говорить о том, кто еще придет в
значит, наш социум. Понятно, что это могут быть и искусственные интеллекты. Есть разные модели, какие социальные роли искусственный интеллект может принять. Там, в одной из моделей предложено 5 типов. Это искусственный интеллект как домашнее животное, то есть какие-то там реагирующие на наши эмоции простые системы, там простые роботы, которые как-то, значит, с нами легко взаимодействуют, но не очень содержательно, не очень когнитивно. Это модель искусственный интеллект как инопланетянин, как чужой, то есть какие-то сверхумные существа, такие как там Спок или Дата в «Звездном пути» в «Стартреке», вот, но они при этом не являются людьми, и это не человеческость, она в явном виде проявляется и подчеркивается. Вот. Следующая модель – это искусственный интеллект как дух, то есть это, значит, возврат к традиционным представлениям о том, что во всех объектах, там, во всех деревьях, растениях, домах, речках и так далее живет какой-то дух, какой-то призрак, вот, и, соответственно, с ним можно как-то коммуницировать, как-то взаимодействовать, он как-то может человеку помогать или мешать, и то же самое может происходить через систему искусственного интеллекта, которые, ну, например, обеспечивают работу умного дома. Вот. А следующая модель – это искусственный интеллект как раб, понятная модель, когда, значит, искусственный интеллект или робот служит нам, подчиняется, делает какую-то там неприятную грязную работу, вот, и это тоже понятная модель, понятно, как ее встраивать в социум. Ну и, наконец, там, модель искусственный интеллект как властелин. То есть это если появляется сверхразум в результате сингулярности или до нее, то этот искусственный интеллект занимает другую совершенно роль в социуме, и, соответственно, взаимоотношения с ним будут другие. При этом есть потенциальная возможность, хотя ее многие считают маловероятной, это искусственный интеллект как... ну, равный нам человек с одинаковыми потребностями. И в фантастике в 20 веке эта тема много раз звучала в таких произведениях, как «200-летний человек» и множестве других, когда искусственный интеллект или робот хочет стать человеком, ну, искусственный интеллект Спилберга, там та же самая история, вот, и хочет стать смертным, хочет стать там глупым, эмоциональным, примитивным, болеющим и так далее. Вот. А если, как бы, предположить, что это маловероятно, то тогда вот нужно будет выбирать какие-то другие роли. Ну, точнее, сам искусственный интеллект будет как-то выбирать те или иные роли, вот, взаимодействие с человеком, и, соответственно, это будет влиять на структуру социума. При этом, значит, наличие этого искусственного интеллекта, оно ставит для нас вопрос о том, как мы будем с ним конкурировать, и можем ли мы вообще это сделать. Вот. И здесь возникает вопрос о судьбе и роли образовательной системы. Мы понимаем, что классическая, традиционная образовательная система, она во многом, ну, как бы потерпела крах, то есть сегодня она не является какой-то прогрессивной структурой, которая создавала бы там некий авангард для развития, то есть даже сама по себе такая задача на самом деле не стоит практически нигде. Вот. COVID нанес очередной удар по вот этим образовательным структурам, как фабрикам дипломов, тем, что отменил очное образование и, соответственно, сделал ненужным их функционирование. Вот. Возникает вопрос, какая будет им замена, и здесь ответа пока нет. То есть образование – это значительная часть социума, которая воспроизводит людей в их социальной роли и дает им разные модели поведения. Вот. Это является очень значимым инструментом для государства, для того, чтобы воспроизводить само себя и свою культуру, и свои правила. Вот. А несмотря на то, что сейчас появились технологии, автоперевод, коммуникационные технологии, которые потенциально дают глобализацию доступа к любым совершенно, значит, образовательным структурам, мы не имеем реальных структур как таковых, которые бы могли служить аналогом неких университетов и чего-то еще. То есть если мы посмотрим на там МОК-системы и прочее, то это просто, ну, некое сочетание курсов, то есть там нет вот этой большой сложной организации, которая характеризует непосредственно образовательные организации, такие как там Гарвард,
значит, Оксфорд, Кембридж и прочие, которые воспроизводят реально социальную ткань некоторым образом и когнитивную, культурную, интеллектуальную среду поддерживают и воспроизводят. Вот, а МООКи и прочее такую задачу решать пока не могут. Вот. А несмотря на наличие каких-то первых, сколько-то эффективных систем для образования вот на этих новых платформах, в том числе или прежде всего для маленьких детей, то есть обучение какой-нибудь там математике с помощью алгоритмов. Вот. Несмотря на это, во-первых, государство демонстрирует желание сохранить государственный контроль, то есть это и дело там раковое в России, это и там китайский удар там по запреты на дополнительное образование и на бизнес в этой области. Соответственно, тут есть развилка, сможет ли государство этот контроль сохранить, смогут ли какие-то люди реализовать альтернативные модели обучения. Прежде всего, нам интересны модели обучения, заточенные на обучение мышлению, то есть это такие школы, как то, там, где участвовал Илон Маск там, в создании детских школ с обучением ментальным моделям, и, по сути, это речь идет про задачу усиления интеллекта, но не для взрослых, а как часть образовательной системы для детей. Вот. И вот эту вот задачу усиления интеллекта потенциально нужно решить для того, чтобы дать там, каким-то людям достаточно возможностей и способностей интеллектуального ресурса для того, чтобы дальше влиять на развитие технологий, на развитие социума и на реализацию футурологической стратегии. Значит, если предположить, что задачи эти достаточно сложные и без дополнительной подготовки их не решить, без дополнительного усиления интеллекта, то тогда получается, что усиление интеллекта – это одна из там, важнейших, может быть, важнейшая задача сейчас. Вот. Этим небольшое количество людей и организаций пытается заниматься, то есть говорят про это многие, например, там, концепция образования для образованных в школе системного менеджмента Левенчука, вот. Но как бы в мире пока не сформировалась какая-то единая структура для того, чтобы даже обеспечить диалог среди тех, кто этим занимается. Вот. Надеемся, что у нас это получится. Пион занимается реализацией проекта Augmentec, вокруг которого много подобных вещей будет строиться. Вот. Мы делаем проект Neurocode, который может быть платформой для этого. И дальше стоит потенциальная задача через вот, механизмы такого обучения, через группы по усилению интеллекта, через различные программы постепенно втягивать больше людей, выстраивать сетевую структуру, которая может масштабироваться сильно, и через нее транслировать работающие практики, которые будут усиливать интеллект людей быстрее, чем это происходит по Кегану со временем, естественным образом. Вот. Дальше тут важно понимать, что для того, чтобы это сделать достаточно масштабно, нам нужны прорывы в области когнитивных наук, в области психологии. И этими прорывами сейчас, если честно, не пахнет. То есть, возможно, этим придется заниматься параллельно с там, использованием существующих знаний вот, в рамках этих проектов по усилению интеллекта. И там, это тоже может потребовать... Там, 5-10 лет для того, чтобы разобраться и с тем, как работают ментальные модели у людей, как работает вообще мышление, какие теоретические модели там, 20-го или 21-го или даже 19-го века стоит взять за основу. Вот. Сегодня у нас было совещание рабочее, посвященное фреймворку усиления интеллекта Энгельбарта и тому, как можно его обновить для 21 века. Это было в совместно с Knowledge Lab и Intent. Вот. Будем продолжать заниматься этой работой так, чтобы понять, а какова вообще модель там, интеллекта, и в том числе в коллективном контексте, в контексте организаций, и что и как здесь можно модифицировать и улучшать. Вот. В итоге это все должно привести к эффективному мышлению про сложное, про там, гиперобъекты, способности человека решать новые проблемы, реализовывать мегапроекты и реализовывать футурологическую стратегию. Вот. Все это, напомню, происходит на фоне битвы против искусственного интеллекта потенциальной, которая пока еще не до конца осознана, но там, про риск недружного искусственного интеллекта уже сказано и написано много. И с моей точки зрения... усиление интеллекта человека является необходимой задачей. То есть сколько бы мы ни вложили сил в там, моделирование структуры целей и стабильность целей искусственного интеллекта, все-таки самое надежное – это иметь
у себя вот здесь вот не менее мощное оружие, а желательно более мощное, чем у искусственного интеллекта, а потом желательно этот искусственный интеллект поглотить и сделать частью себя, а не оказаться подчиненным ему. При этом, как бы, как именно эту задачу мы будем решать, тоже отдельная тема для отдельного разговора, и частично это было затронуто в подкастах полтора года назад, по результатам которых там был сделан и манифест усиления интеллекта, и запущены проекты Агментека. Вот, ну, если мы эту задачу сможем нормально решить, причем тут масштаб времени для этого, это может быть реально там от 10 до 30 лет, вот, то может быть много интересного. Если это получится сделать, то, во-первых, мы можем говорить о трансформации уже, сможем говорить о трансформации Homo sapiens в какие-то новые формы жизни, то есть, наконец, в нормальное трансчеловечество. Вот. А при этом тут все стороны человеческой жизни, они могут в результате трансформироваться и, соответственно, повлиять определенным образом на структуру социума и на правила этого социума. Вот. Здесь примеров может быть там бесконечное количество, ну, там возьмем один, да, который является одной из основных наших деятельностей, это сон. 8 часов каждые 24 часа мы должны тратить на то, чтобы спать. Вот. И когда-то давным-давно вообще считалось, что ночь – это время сатаны, это время, когда там выходят всякие черти на землю и бродят повсюду. Вот. И в культуре это было закреплено и в культуре, и в религии, во множестве всяких там норм и непрямых норм через, значит, художественные произведения. Затем в какой-то момент начало появляться искусственное освещение, начали чуть-чуть меняться нормы отношения к этому сну и к темному времени суток. Вот. В какой-то момент у человека появилось разделение на первый и второй сон, то есть традиционной практикой там, несколько сот лет назад было просыпаться через несколько часов там, в 2-3 часа ночи. В это время люди там могли читать, общаться друг с другом, есть, ходить в гости друг к другу, иногда прямо вот в ночных рубашках и в ночных колпаках, вот, а затем снова ложиться спать и потом просыпаться. Вот. Потом мы в какой-то момент от этого отказались и практически даже забыли, что нам культурные и социальные нормы, касающиеся сна и регулирующие, регламентирующие наше вообще там существование, бодрствование и переход из бодрствования в сон, вот, они могли быть совершенно другими. Вот. Сегодня у нас, с одной стороны, там, во многом 24-часовой режим работы, то есть грани эти стираются, в том числе за счет глобализации коммуникационных технологий, за счет искусственного освещения. Вот. Но в перспективе мы видим здесь и всякие возможности по веществам, которые позволяют управлять сном, такие, как модафинил. Если взять тренд на легализацию психоактивных веществ, которые сейчас разворачиваются в Америке и в Европе, да, то мы понимаем, что через там сколько-то десятков лет, может быть, через 10 лет, может быть, через 5 даже, станет возможным появление субкультур не спящих и, соответственно, совершенно другие нормы, регулирующие время, регулирующие, например, цикл временной, то есть то, что цикл бодрствования и сна, и то, как человек делит время на дни, тоже может поменяться очень серьезно. При этом существуют тоже интересные возможности, связанные с измененными и с особыми состояниями сознания человека во время сна. И тут нужно понимать, что, ну, если взять вот такой там макромасштаб, что у нас есть некие когнитивные процессы, которые мы используем, и мы говорим про усиление этих процессов, про то, что там человек может трансформироваться, начать как-то думать по-другому. Вот у нас есть вообще-то возможность думать и воспринимать по-другому, что мы, собственно, и делаем, находясь в состоянии сна. И там есть такие интересные возможности, как осознанные сновидения, которые постепенно кто-то пытается, значит, сделать массово доступными, то есть сделав их технологически доступными, вывести их в пространство культуры, в пространство социального взаимодействия. И это открывает возможности, ну, то, что называется dream hacking, dream tech. Вот. Огромное количество там компаний, когда узнает про такие возможности, ну, на Западе пока прежде всего, пытается как-то подумать, как это использовать. И, например, когда исследователи из MIT, которые экспериментировали с
модуляции и редактирования сном с помощью наушников и VR-шлемов, вот, они получили какую-то возможность влиять на направление воображения у человека во сне. Вот, и когда они об этом рассказали, то более 70% представителей рекламной отрасли, значит, заинтересовались, сказав, что они хотят, значит, свою рекламу через умные колонки голосовые людям, значит, транслировать так, чтобы влиять на их сны. Вот. И, соответственно, понятно, что есть реакция социума такая защитная, этическая, вот. Но потенциал для этого существует, то есть потенциально структура социума может влияться, меняться в том числе через вот, влияние на наше там, подсознательное, на наши особые режимы функционирования. Вот. И это важно как иллюстрация там, возможного разнообразия в будущем. То есть на самом деле человеческие, форма человеческого существования, она неизбежно поменяется очень сильно в 21 веке. И здесь что в когнитивной, что в биологической сфере мы должны быть готовы, ну, если мы хотим как бы быть в авангарде и хотим этот процесс контролировать, то нам нужно реалистично понимать возможности, а не бояться их или избегать. Те, кто их будут бояться избегать, они в любом случае останутся в прошлом, и ничего хорошего их, скорее всего, не ждет. Вот. А те, кто обладает там, волей к власти, смелостью, готовностью на себе экспериментировать агентно, вот, они могут прийти к разным формам существования, таким как живые физиологические системы, то, что концептуализировал Демихов, то есть возможность формировать сложные биологические механизмы, в том числе композитные, то есть несколько организмов, соединенных вместе, у которых нервная система соединена, сосудистая система соединена. Есть отдельные примеры, скажем, две девочки, сиамские близнецы, у которых частично соединен мозг, и, соответственно, у них есть возможность вместе мыслить. Вот, если мы говорим про потенциальное движение к ноосфере, то вот это маленькие такие шажочки. Вот. Возможности формирования гибридов и химер, то есть разных сложных организмов, есть для этого уже различные концептуализации в мифах и в человеческой культуре, то есть всякие кентавры, русалки и прочее. Вот. Понятно, что в какой-то момент нас это тоже ждет. То есть субкультуры русалок уже существуют, там, наряду с субкультурами зомби и эльфов. Вот. И в будущем это будет только шире распространяться, там, либо через направление инвалидов, либо в какой-то момент уже через здоровых людей, которые хотят с этим экспериментировать. Вот. И здесь наиболее интересно, конечно, это не биологические соединения, а когнитивные соединения, то есть создание сложных мыслящих организмов. Про это у нас не так много концептуализации. Есть модель Борга из Стартрека, есть модель Соляриса как мыслящего океана. Вот. Есть модели там, собак-пауков из книг Вернера Винджа. Вот. Но на самом деле потенциально это может реализовываться уже сейчас даже на примере доступных нам технологий, то есть на примере, скажем, взаимодействия людей в нейрокоде, когда какие-то сложные концептуальные структуры, в том числе ну, ментальные модели, выраженные в символьных структурах, мы можем делать общими. И, соответственно, у людей, по крайней мере, некоторые формы мышления могут становиться расшаренными. Как это будет влиять на все остальное и на понятие личности, на понятие идентичности, это вопрос открытый, но как бы в эту сторону надо двигаться и с этим надо экспериментировать. Соответственно, вот на этих платформах можно выстраивать какие-то структуры, которые будут достаточно мощными в плане способности к осознанию, к рефлексии, к автопоэзису, и за счет этого могут получить там, контроль над футурологией, контроль над большой единой стратегией и стать некоторой силой в формировании образа будущего и в социальной инженерии, в социальном проектировании. Вот. Эта часть ну, такой трансгуманистической повестки, она, на мой взгляд, должна тоже присутствовать наряду с технологической повесткой и наряду с там, институциональной повесткой. То есть нужно думать не только о том, там, как создать общественные организации или что-то еще, но нужно думать о том, что, возможно, нам надо как бы чувствовать и понимать трансформацию самой ткани социума, цивилизации и уметь на разных уровнях работать с этим.
Вот. Все это, естественно, ставит огромное количество исследовательских прикладных задач самого разного рода, но, на мой взгляд, является достаточно важной, интересной и почти не проработанной темой. И мне, естественно, будет очень интересно, если кто-то захочет в этом активно участвовать, там, вносить свой интеллектуальный вклад. Вот. И, в общем, любые предложения про это можно мне будет направлять. Вот. Ну а сейчас мне хотелось бы перейти к вопросам и к обсуждению того, что сегодня говорилось. Вот. Спасибо вам за внимание. Сейчас можно подумать минутку над там, вопросами. Я посмотрю сейчас, что написано в чате, и, соответственно, перейдем к этой части. Так, ну давайте, я предлагаю поднимать руки или писать в чат, или, там, может быть, просто даже включать микрофон и говорить, если короткие там, вопросы и реплики. Вот. Ну, начать, наверное, с вопросов, а потом можно будет коротко в какую-то сторону обсуждения направить. Значит, я сам осознанное сновидение пробовал, убедился, что эта штука существует и работает, но сильно в это не погружался, активно этим не занимался. Вот. Какое-то количество людей знаю, которые более активно в это включались. Вот. Тут проблема еще в том, что многие практики по умолчанию достаточно сложно осваиваются, и нужно там, тратить месяцы и годы на то, чтобы их освоить. Вот. А в каком-то зрелом варианте это будет что-то, что можно там, освоить за несколько недель, вот, и тогда они, соответственно, распространятся. Вот. Ну, просто там, руки не сильно дошли. Это Александр Морозов спросил. Про ментальный манифест можно на сайте Пион или на сайте Агментека посмотреть ссылку. Манифест усиления интеллекта. Вот. Обсуждалось это на подкастах в мае прошлого года, и в частности там сформулирована задача, да, что такое интеллект, как мы это понимаем, что мы хотим для этого сделать. Вот. Вопрос Александра Шляева. Вопрос Романа по поводу Китая. Способен ли Китай стать лидером в развитии идеи трансгуманизма, пока не выглядит даже близко, что это так. То есть каких-то признаков позитивных там почти нет. Потенциал тоталитарной экономики, тоталитарного общества, он, конечно, есть. Если бы сверху был бы лидер, который мог бы что-то такое, такую задачу поставить, тогда, конечно, да. Вот. А пока Китай исключительно копирует и заимствует, ну и там немножко из своей собственной далекой истории. Вот. Про будущее там очень мало всего. И пока они только ну, там, футурологию пытаются тоже, конечно, что-то поделать, но мало. Александр Шляев, как стать экологическими оптимистами? Ну, здесь нет смысла становиться оптимистами. Мне кажется, нужно быть реалистами, понимать, что есть сверхсложная задача, и понимать цифры, вот, и понимать, что на самом деле эта задача решается через цифры, но только там в большем масштабе, чем привыкли делать экономисты. Вот. И там, надо просто эту задачу взять за нее ответственность на себя и решить. Вот. Как я пришел к футурологии, я много рассказывал. На самом деле, просто мне это было интересно. Всегда книжки про это читал. Папа, дедушка занимались управлением НТП. И так вот получилось, что я про это много думал и решил в эту сторону двинуться, и потом получилось.
Вот, это комментарий по поводу чата. Вот, а сейчас, соответственно, дальше слушаю вопросы. Хороший вопрос по поводу абсолютного чужого. Я думаю, что нет. Я думаю, что человечество, как бы, если, грубо говоря, пассионарии пойдут в сторону усиления интеллекта и продления жизни, то оставшееся человечество не сможет против них сплотиться, потому что, ну, как бы, ресентиментные рабы не могут по определению нормально противостоять пассионарии. Вот, тем более зарождающейся, поднимающейся волне. Поэтому я надеюсь, что нет. Я бы сказал, что искусственный интеллект может быть этим абсолютно чужим, но проблема здесь в том, что осознаем мы, что он является абсолютно чужим, только когда будет создан сильный сверхинтеллект и когда он окажется враждебным. Но это будет время, когда уже поздно с ним бороться. Вот, поэтому я бы сказал, что будущее человечества зависит от доминирующей роли в управлении тех наиболее осознанных и адекватных интеллектуально усиленных людей, которые способны поставить себе цели, не только видя вот, непосредственно перед собой этого чужого. Вот. Что касается небытия, то тут, да, это просто вопрос несколько сложнее. То есть если у людей нет концептуализации будущего нормальной, то у них и нет концептуализации своей смерти адекватной. И, соответственно, для того, чтобы осознать, что смерть является проблемой, парадоксально, но человеку нужно там сколько-то личностного роста, либо мы должны взломать систему образования и пользоваться тем, что все дети по природе свои морталисты, да, там, в силу базовых человеческих устремлений, вот, но это требует получения контроля над детскими мозгами. Вот. Насчет искусственного интеллекта проблема в том, об этом много говорили, там, начиная с Бострома и Ютковского, что у ИИ, если у него есть самостоятельность в постановке целей, какая-то способность себя менять, то там, что заложим в него, то будет в начале, а потом будет неизвестно что, потому что он будет меняться. Вот. Запись с тайм-кодом будет выложена на YouTube, и я ссылку кину в чат футурологов, которую всем тоже кидал. Про предадаптацию Асмолова идею я не читал. Как бы, я бы здесь сказал, что ну, пассионарность – это такая же ментальная технология, как и все остальное. То есть ее можно потенциально в себе накрутить и развить. Вот, если понимать, как это работает, и понимать, как работает в обществе формирование, значит, усиление пассионарности в субкультурах, в каких-то группах. Вот, и, соответственно, я бы сказал, что ее нужно искусственно наращивать и увеличивать, а не думать, где она может зародиться сама. Я бы не хотел как бы, жить в мире, который выстроили пассионарии, стремящиеся к короткой жизни и снижению когнитивных параметров. Вот, хотя с удовольствием готов на них смотреть в зоопарке. Запись будет выложена на YouTube, да. Следующие лекции, дискуссии будут. Значит, тут ответ такой, что футурологию надо make great again. Вот, у меня вышел курс по футурологии управлению будущим, который доступен через приложение Alpha Capital для смартфона. Вот, можно там в университете Alpha Capital, в Альфа-университете там можно его увидеть и пройти. Вот. Соответственно, я хочу, чтобы там появилась новая плеяда, ну, изначально в России, но не только, футурологов нового уровня, которые умеют и хотят там научиться или умеют справляться со сложностью и там, с комплексной работой, со сценарными картами, с альтернативными вариантами, а не просто про это там чуть-чуть болтать, как это в 60-е годы прокатывало. Вот. И, соответственно, смысл там лекций, дискуссий, семинаров в том, чтобы те, кто считает
что это круто, и что, кто хочет заниматься сложным, чтобы они, соответственно, могли в это включаться. То есть кто хочет, пишите мне в личку и говорите, вот хочу быть футурологом, хочу решать большие сложные задачи. Значит, решать мы их будем, начиная с простых, то есть простые – это когда либо кто-то обращается ко мне и говорит, там, нужна проработка футурологическая там чего-то. Вот, например, сейчас Московский департамент транспорта для выставки «Будущее транспорта» значит, хочет, заказывает и хочет получить футурологию, то есть исследование про будущее в этой области. Вот. А в перспективе хотелось бы, чтобы у нас была наша футурологическая консалтинговая структура агентства, которая бы там весь мир, все отрасли обслуживала и даже сама там эту инфраструктуру выстраивала. Так же, как, допустим, Facebook является платформой, так, ну, или там Reddit и 4chan платформами для создания мемов и субкультур, так, чтобы мы отвечали за платформу для управления будущим. Вот, и про это есть некоторые там концепции, стратегические планы. Вот, в это можно и нужно включаться, и, собственно, должны в это включаться те, кто хорошо для этого подходит. То есть, если вы чувствуете, что вы умеете работать со сложностью, хорошо умеете работать со временем, то есть с моделями времени, и там, вам нравится влезать в разные области и значит, быть генералистом, там, во всем шарить, и плюс там, про социум что-то чуть-чуть хочется понимать или понимаете уже, то как бы welcome. Вот. Второй вопрос про усиление интеллекта. Варианты... Вариантов на самом деле есть много, то есть много школ мышления, тут, начиная с там, чтения учебника какого-нибудь про там, кибернетику и системное мышление. Вот, есть много разной литературы, просто через Augmentec это воспроизводить, ну, модель, которую мы стремимся сделать воспроизводимой, вот, поэтому это такая стандартная точка входа, то есть вот сейчас идет интенсив с этого понедельника, значит, постоянно там начинаются группы по усилению интеллекта, вот, но вообще можно просто посмотреть манифест усиления интеллекта, там есть, там или на сайте Augmentec есть ссылка на карту компетенций, и можно индивидуально прорабатывать в себе разные компетенции, значит, вот этого там проблем-солвингового цикла, вот. Плюс есть много разных мест, где можно учиться, там учиться ТРИЗу, системной инженерии, то есть много штук, которые позволяют загружать себе алгоритмы, усиливающие интеллект. Плюс, конечно, есть усиление интеллекта еще и таблеточки, еще и медитационные, ментальные практики, еще и пойти к психотерапевту. Вот. Но как бы задача Augmentec – это именно сделать широко доступным практики эти и сделать это воспроизводимым, повторяемым, вот, и чтобы это там работало эффективно и закреплялось. Вот, поэтому как бы акцент на Augmentec. Но вообще как бы понятно, что делать можно много. И до некоторых вещей у Augmentec, например, руки дойдут не скоро. Вот. Значит, насчет групп, что и как там формируется и будет формироваться, ну, тут ряд направлений, там, если говорить про стратегические наше видение, то там одно направление – это усиление интеллекта, второе направление – это значит, футурология и управление инновационной системой глобально. Плюс между этим значит, находится нейрокод как платформа для мышления и там более сложный язык для мышления про сложное. Соответственно, в рамках этих направлений те люди, которые могут в этом участвовать, то есть, грубо говоря, те, кто могут работать онтологом, да, они могут идти там в усиление интеллекта и участвовать там, работать тренерами там, или консультантами и так далее. Вот. Те, кто хотят там шарить в футурологии, в социуме и т.д., могут идти там по одному направлению. Те, кто хотят тоже какими-то трансгуманистическими вещами заниматься, которые не вот эти, там есть отдельно другие проекты там, по продлению жизни, по пересадке головы, по крионике, там, по киборгизации, по нанотехнологиям. Вот. А, соответственно, как это вообще происходит? Ну, сейчас это через там, институт ассистентов в основном, то есть такая точка входа, то есть возможность включаться в работу и там постепенно что-то осваивать, там, понимать, какие у себя компетенции. Вот. Это в чем-то похоже на там, модель, которую Питер Тиль использует. Вот. А дальше как бы, это будет, наверное, чуть там, как-то отмасштабировано, но пока там, сложно сказать, как именно. Вот. По поводу продвижения трансгуманистических идей, я не думаю, что их сейчас нужно эффективно продвигать. То есть, мне кажется, они уже достаточно продвинуты и как бы все в курсе, кому надо. Соответственно, трансгуманистическую субкультуру через
транслятор по Кожаринову. Вот. Плюс, соответственно, мультипликатор в виде там, инструмента для работы. Там, вот, проекты NanoLab и NeuroCode, они как раз направлены на создание мультипликатора вот, технологического. Пытаться... Ну и, возможно, могут быть какие-то другие решения тоже, но все-таки мне кажется, что транслятор, то есть как бы повторяемая деятельность, это главное, что людей собирает вместе и как-то объединяет. И вот группы по усилению интеллекта – это пока наиболее, наверное, эффективный транслятор, который в трансгуманизме был создан. Ну, как бы понятно, что он создан не в один шаг, он эволюционировал там, через ОСРОН, рациональность, вот, но сейчас вот он такой. Плюс потенциально есть это крионическое направление и там в будущем киборгизация, вот, мы это тоже параллельно будем пробовать. Зачем Вселенной неуправляемый искусственный интеллект? Ну вот я такими большими сложными вопросами не занимаюсь. Вот, я как человек простой, мне как хочется, чтобы все было просто понятно. Вот, и чтобы я жил долго и был значит, умным, здоровым и там, самым главным или не самым главным, ну короче, чтобы все было как мне нравится. Вот. А с искусственным интеллектом там сложно и стрёмно. Вот. По поводу значит, там, пассионарных всяких простых особей, да, я совершенно согласен, что мы можем иметь их как дополнение, вот, то есть короткий цикл и простота, прям, да, может быть, но для этого нужно понять, как у нас работает коллективная структура и коллективный интеллект. Вот, и как бы проектировать более сложным. Я согласен, что вопрос о правах и контроле, он, конечно, важный, вот, но как бы, здесь нет, к сожалению, простого решения, потому что ну, нет какой-то единой политики пока у человека и у человечества. То есть, и эта политика там, не может возникнуть без какого-то объединения экспертов в совместную деятельность по искусственному интеллекту. Ну, короче, это такая сложная проблема. Про нее можно как-то абстрактно рассуждать, а чтобы конкретно в эту сторону действовать, тут сложнее, нужны всякие разные шаги. Вот, Никита, я думаю, что усиление интеллекта это, скорее всего, ключевая штука. Вот. Внешняя мотивация, да, конечно, может иногда использоваться, то есть может быть внешняя мотивация для усиления интеллекта, например, как было, когда, скажем, во время Второй мировой войны научную деятельность очень оптимизировали сильно и в Америке, и в Советском Союзе. Вот. Но как бы сейчас... Вот все существующие угрозы, они оказываются недостаточными. То есть тут же нужно понимать, что это не просто должна быть какая-то большая проблема, это должна быть проблема с определенными свойствами, чтобы она именно стимулировала развитие, а не подавляла. Вот. И сейчас, например, те там холодная война, местные локальные конфликты, они не стимулируют развитие. Вот. Риски там, астероидной опасности климатической не стимулируют развитие. И, соответственно, нам нужна мотивация какая-то другая. Но я здесь... исхожу из того, что вот, то условно там, поколение или подмножество поколения вот, интеллектуально развитых, мудрых взрослых, которые освоили футурологию, вот оно может оказаться достаточной мотивацией, то есть просто, ну как вот у нас в мозгу есть какая-то часть, которая отвечает там, за волевой механизм, вот. Точно так же у человечества тоже есть какие-то чуваки, которые говорят, вот надо вот это. И когда мы говорим про пассионарность, да, есть просто как бы типа какая-то простая мотивация, то есть такая эмоциональная, когда есть драйв какой-то, вот, а есть мотивация более сложная, интеллектуальная, осознанная. То есть если мы убираем у человека эмоции, то есть, допустим, берем человека с алекситимией, который не испытывает классической вот такой страсти, пассионарности, драйва, у него все равно может быть рациональная, стратегически ГТДшная мотивация, когда он просто рационально понимает, вот это правильно делать, как, например, там у Ютковского или как у меня. Вот. И в этом смысле, возможно, нам нужна пассионарность чуть-чуть другая, не пассионарность там, муравьев, воинов там, или там, рабочих пчел, а пассионарность значит, интеллектуальных каких-то, ну, там, гигантский мозг какой-то, значит, который где-то у нас там лежит в банке, да, и который посылает сигналы значит, через интернет, там,
по нервным соединениям всем остальным, вот, и управляет там развитием общества. То есть, может быть, нам все-таки нужна вот такая профессиональность. Вопросы вроде позадавали, значит, можно, кто хочет, поднять руку, и я, возможно, это даже увижу здесь на экране, и поделиться там общим впечатлением, как-то, ну, относительно коротко, вот, со своими какими-то дополнительными мыслями, и там указать какое-то направление, в какую сторону стоило бы там двигаться, или там дать какие-то общие характеристики там, предложенной совокупности моделей. Вот, кто хотел бы, пожалуйста. Если не будет рук, а вот есть рука. Александр Шляев, пожалуйста. Если есть видео, то лучше включить. Данила, приветствую. Спасибо большое тебе за отличное мероприятие. Очень понравилось. Первый вопрос возник. Вечер. Уже скоро полночь. Ты сова, либо прокачан твой интеллект, что ты можешь в это время выдавать столько информации, да, и вести за собой аудиторию? Ну, жизнь заставит, то есть, приходится непрерывно работать в плотном графике, вот, что-то делать здесь. Ну, мне повезло, что я, по крайней мере, могу переключаться и в любое время, в принципе, суток трудиться. Вот, если есть что делать, то можно хоть несколько суток подряд. Вот, это достаточно тоже интересное ощущение. Ну, это твои биологические часы? Так, либо ты просто... Ну, немножко таблетки, немножко биологические часы, немножко просто опыт. Ну, вот я, в принципе, люблю... Ну, организм, точнее, мой физически любит спать, но как бы есть способы его приструнить. Здорово. Ну, касаемо своего мероприятия, инициативы, выступления, комьюнити, все круто, классно. Такой... крауд-мозг определенный получается. Было бы здорово это развивать, чаще проводить, разные тематики поднимать, делиться общим мнением, какими-то конструктивными или неконструктивными критическими моментами. Вот. И продолжать. Мне понравилось. Спасибо. Обязательно будет. Мне интересно, ну, там, всякие сложные штуки. Мне очень интересно люди, которые хотят тоже в сложные штуки уходить и углубляться. И я вижу потенциально огромный массив там, знаний и практических задач, с которыми надо разобраться. И на самом деле надо было разобраться еще 40-50 лет назад. Вот, поэтому как бы, надо ASAP это реализовывать. Поэтому будем обязательно делать. Спасибо. Да, Михаил, да. И эту базу могут многие использовать, не только мы, потом для принятия решения и для ключевых решений в дальнейшем. Да, совершенно верно. Я тут просто про футурологию могу сказать, что так получилось, что как бы футурологи либо вымерли все, либо какое-то количество футурологов там пристроились хорошо, работают немножко в консалтинге, немножко там значит, где-то еще, и никто не занимается сейчас всерьез, активно, пассионарно спасением мира с помощью вот, там, усиления интеллекта футурологии. И в этом смысле там то, что, допустим, я пытаюсь, то, что он пытается делать, это вот реально всерьез взятие на себя вот этой большой ответственности и попытка решить всю сложную задачу, а не какую-то маленькую часть, которую комфортно. Вот. Поэтому, да, это все, что мы здесь делаем, оно, конечно, предназначено, чтобы его кто-то использовал, другие люди, группы, там, люди, лица, принимающие решения. Вот. И очень хотим, чтобы у нас там сформировались инструменты для управления социумом и будущим социума и человечества, которые будут полезны. Это точно сравнение такое на финале, скажем так, не первое время уже привожу. Мы в некоторой степени, те люди, которые вот креатив сейчас по полной программе развивают, интеллект свой и делятся с другими, мы как философы в Древней Греции.
когда вот только создавалась цивилизация в некоторой степени, да, и они предлагали свои идеи, свои видения многих ситуаций. У нас, когда был индустриальный мир там, в 20 веке, когда все было отложено по рельсам, почему философы, они не особо приветствовали, потому что они давали механизмам немецкому мотору двигаться, развиваться, не развиваться, а работать. Просто работать. А сейчас, когда немецкий мотор немножко масло подтекает и так далее, ему нужны такие философы, которые найдут решение, как это масло не будет подтекать, и либо модернизировать в гибрид, либо полностью электрическим сделать, либо использовать гравитацию Земли, условно говоря, для выполнения тех же задач, которые ставит сегодня человек, общество и так далее. Поэтому в некоторой степени философы современного греческого и мирового мира, так сказать, можно в некоторой степени. Так что спасибо. Было бы здорово по утрам проводить. Да, рассмотрим такой 24-часовой режим, будет и по утрам тоже. Спасибо. Да, отлично. Михаил Лобанов. Да, у меня, значит, предложение подумать вот в какую сторону. Такие продукты, как, скажем, Яндекс.Практикум, еще какие-то курсы, интерактивные, прикольные, веселые курсы. В принципе, я часто эту мысль слышал в вашей среде, но вот хотелось бы увидеть что-то такое, что-то очень простое для входа, чтобы в каком-то таком, ну, автоматическом, без участия живых футурологов, режиме происходило обучение людей вот каким-то основам думать про время, думать про будущее, думать там про сколько-то шагов вперед, вот в таком духе. Вот. Хотелось бы, короче, простой вход в эту область увидеть. И, может быть, разбивку на какие-то роли, что ли. Вот как Яндекс.Практикум открываешь, и там, типа, хочешь стать таким, вот этот курс, хочешь стать этим, такой курс. И вот можно за короткое время понять, что собой эта роль представляет и какой туда в эту роль путь. Вот. Хотелось бы что-то подобное увидеть в области футурологии и аугментека, и всего этого. Ну, мне кажется, что совсем простого пути здесь быть не может и не сможет, потому что как бы развитие человечества и социума, и наше когнитивное, и видовое развитие, оно подошло к уровню, когда нужно там еще более сложные штуки делать. То есть ты скажи спасибо, что мы не требуем от тебя по, значит, Джексу и Кегану сначала до 60 лет возраста дожить, вот, а только потом, значит, подпускать тебя к там, обсуждению вопросов, как что устроено. Вот. Я не думаю, что простые решения здесь могут быть. Понятно, что повышение эффективности, значит, обучения и вовлечения делать нужно, и там, вместе с Пион делать это будем обязательно. Вот. По усилению интеллекта в Агментеке у нее, насколько это получалось, вот, там, и следующую версию учебника по футурологии, курса по футурологии мы там, будем делать с ее методологической помощью, то есть то, что было сделано для в капитал, оно хоть и хорошее, но это первая версия все-таки, вот, будет лучше. Но насчет того, чтобы было простое, я, честно говоря, тут придерживаюсь скорее другой стратегии. Я бы взял маленьких детей, там, типа 5, 7, 8, там, 10 лет, и сделал бы вот в духе той, значит, школы Ad Astra, которую там, ну, по мотивам Илон Масковских запросов там, в Калифорнии сделали, вот, я бы делал нечто вот такое, то есть а-ля игра Эндера, берем умных детишек и ломаем им определенным образом психику и когнитивку с детства, чтобы из них там к 15 годам появились сверхлюди, ментаты там с суперспособностями интеллектуальными, когнитивными и там способностями контролировать свое ментальное, психическое и интеллектуальное состояние, знающими хорошо там с поставленными всякими процессами и ментальными практиками. Вот. И мне кажется, что это как бы лучше для результата, чем думать про там массовый вход как бы людей. То есть я не против того, чтобы рассказать массовой аудитории про будущее там тем же самым бабушкам в московском долголетии, с удовольствием это готов делать и делать такие продукты, но как бы я не ожидаю, что оттуда придут активные деятели. Я думаю, что активные деятели придут оттуда, что либо у человека изначально что-то хорошо сломано, то есть есть там типа какая-то менталка интересная,
типа, либо аутизм, либо алекситимия, либо какие-то еще штуки, которые человеку порождают вот, прям желание решать проблемы, как там, у Греты Тунберг, например. Вот. Либо мы должны искусственно человека сломать. При этом это сейчас как бы я использую слово «сломать», но на самом деле в будущем, наверное, это будет восприниматься так же естественно, как то, что мы отдали ребенка в школу сейчас. Вот. Будет казаться совершенно нормальным и естественным. Ну, типа там, мы учим ребенка ходить, учим его говорить сейчас, да, когда-то это, наверное, тоже казалось бы странным, типа, зачем вы это делаете, пусть там ползает или там, рычит, или кусает кого-нибудь. Вот. А сейчас мы понимаем, что это нормально. Так что я бы здесь четко разделял эти две траектории. Яндекс.Практикум — это просто там ликбез для людей, чтобы они как бы не сильно жаловались, когда там с них берут налоги на будущее. Вот. А как бы футурологи активные формируются через, ну, все-таки немножко через боль и страдания. Поднимайте руки, я пока отвечу на вопрос Никиты. Снижение производительности труда, оно непосредственно связано с темпами прогресса и инноваций, и здесь связи есть в разные стороны, то есть у нас есть и вопрос производительности интеллектуального труда, который должен был быть решен в 70-е годы по итогам работы и концепции Энгельбарта, и он не был решен, соответственно, человечество... Ну, это я рассказывал в лекции «Крах технологической революции», то есть человечество пошло не в ту сторону. Вот. И, соответственно, мы выстроили массовую инфраструктуру инженеров и ученых, которые не могут нормально, продуктивно делать науку и инновации, а ресурсов на это уходит очень много. И, соответственно, науку и инновации делают плохо, технологическое развитие медленно, рост производительности труда происходит плохо. Вот. Что касается там логики закрытия конструкторских бюро лабораторий, то я бы сказал, что в целом это скорее связано не с ростом производительности труда, а с механизмами финансирования и конкуренции, прежде всего в Соединенных Штатах. То есть об этом есть несколько интересных статей. Можно меня спросить про то, как погибли, значит, американские корпоративные лаборатории. То есть, была гипотеза, которая не подтвердилась, что можно просто все будет купить, все инновации на рынке. Вот, поэтому почти все американские компании постепенно закрыли свои лаборатории. Вот. И там, короче, про инновационную систему очень много у меня уже наработано фактурой, и это один из больших проектов разобраться в том, как это работает, и потом донести до тех, кто этим управляет, то есть в том числе там, до вертикали там, Чернышенко, Министерства науки и высшего образования там, и так далее, то есть дать людям инструмент для того, чтобы, ну, и теоретическую модель, и концептуальную сетку, и объяснить, как можно исправить инновационную систему. Вот такая большая сложная задача. И это может оказаться необходимым, потому что без этого может просто ничего не получиться ни с нанотехом, ни с искусственным интеллектом, ни с материальными ресурсами. Вот, я думаю, что по поводу проблем в жизни, вопрос Сергея Солодянникова, я думаю, что проблемы человеческие в целом достаточно как бы ограничены и легко решаются. То есть мы как бы привыкли изначально, эволюционировали и жили в условиях там, дефицита и дефицита ресурсов, и это порождало разные проблемы. Там, голод, то, что нас могут съесть и так далее. У нас есть там слабая достаточно менталка и когнитивка, которые там часто могут приводить к стрессу, когда мы не справляемся с сложными вызовами. Но я думаю, что там потенциально в ближайшие несколько десятков лет мы можем даже для обычного биологического человека все эти проблемы пофиксить примерно полностью. Так же, как там, мы более-менее пофиксили, ну, не знаю, там, стоматологию и там, доступное питание в крупных городах, то есть для, ну, в развитых странах. То есть у нас нет с этим проблем. Да? И некоторые проблемы в мире, они просто вот решены. То есть все, ну, типа там шариковые ручки, да, они есть, они дешевые, они хорошо доступны. Когда-то инструменты
письма, это прям было целое приключение их добыть. Надо было там самому ягоды какие-нибудь искать, там из них чернила делать, и, в общем, это все было очень сложно. Вот. И поэтому я думаю, что большую часть проблем мы можем, личных в том числе и там каких-то коллективных, мы сможем исправить прям вот точно и легко. И дальше, соответственно, будет вопрос, окей, типа проблемы решили, в какую сторону хотим развиваться и что хотим сделать дальше. Вот. И там действительно будет процесс борьбы с новыми вызовами, но вызовы это будут не как бы проблемы, от которых больно, а это будут какие-то прикольные задачки, которые ну, как бы внутри себя, во внешнем мире, то есть когда человек там, не знаю, учится играть в шахматы или там, учится карате, например, да, то он, перед ним есть челлендж, но это не челлендж, который... фреймится как проблема, это не боль, которую человек пытается исправить. Вот это там, задача, которую он пытается решить. И вот я хочу, чтобы там, мир будущего это был мир, где у нас проблем почти не осталось, вот, а есть огромное количество интересных задач. Кто хотел бы следующий высказаться? Если все высказались, кто хотели, то тогда будем заканчивать. Давайте минутку подождем. Ждем минутку, хорошо. Фуршет будет обязательно. Более того, я думаю, что в ближайшие несколько недель, не знаю точно, когда будет очная, там, большая встреча футурологическая, вот, в продолжение небольшой дискуссии, которая у меня в Фейсбуке была там, месяц назад где-то, потому что вот, все эти истории про исправление инновационной системы и там футурологию, они как бы предполагают, да, что нужно там создать какой-то да, союз значит, неравнодушных, вот, союз спасения какой-нибудь, который этим всем займется, который там точно соберется, и там, все как бы вступят еще в социальное взаимодействие как бы, по модели «тайное общество». Вот, помимо там, интеллектуального взаимодействия типа там, исследовательская группа или научное направление. Вот, так что обязательно это будет. Вопрос Николая. Дело в том, что во всех странах практически управление захвачено враждебными группировками. То есть если смотреть... Там, ЕС захвачена бюрократами, Россия захвачена клептократами, Китай захвачен авторитарным, тоталитарным лидером, Соединенные Штаты захвачены жадными капиталистами-финансистами, вот, Япония там тоже, очевидно, захвачена кем-то, ну, какими-то, не знаю, этими, может быть, не якудза, конечно, да, но, главами Дзайбацу, вот, старперами какими-то. Но даже когда мы берем каких-то значит, самых прикольных дядек, типа там Масаюши Кена, допустим, из Софтбанка, вот, да, там пример значит, японских захватчиков, вот, мы понимаем, что это какие-то очень наивные и инфантильные ребята без системного понимания и не способны ничего сделать, даже когда у них под управлением 100 миллиардов долларов. Вот, ну и как бы, типа, а где лучше там? Ну, там, в Саудовской Аравии управление страной захвачено не просто враждебной группировкой, а просто чуваками, которые считают нормальным отпилить кому-то голову. Вот. Ну, не просто отпилить голову, а там кого-то расчленить пилой. Вот. Поэтому непонятно, где заниматься. Там, с одной стороны, конечно, есть Швейцария, но в Швейцарии как бы никому ничего не надо, там типа все уже процессы налажены, и все говорят, ну, вы, конечно, можете к нам сюда приехать и работать у нас, но не очевидно, что страна дает какой-то дополнительный инструмент или ресурс для развития.
Вот поэтому я как бы не против, был бы в какое-нибудь хорошее место приехать, но, честно говоря, вот там смотрели, разбирались, и хороших мест особо нету. Вот. Если есть личные связи, понятно, что там, грубо говоря, если были бы личные связи с там, премьер-министром Сингапура, да, можно было бы, конечно, туда приехать. Но, как показывает опыт, например, значит, этого бывшего главы Института Бака, вот, который там попытался в Сингапуре что-то сделать, там тоже как бы медом не намазано. Вот, и тоже возможностей дают не очень много. Поэтому вот. И да, у России действительно есть много разных возможностей, и там в некоторых областях чуть-чуть или сильно больше свободы, действительно есть потенциально вот эти злые люди, которые начали понимать, плюс у российских людей, ну, у нас есть в нашем менталитете, в нашем культурном коде есть вообще-то понимание про образ будущего, вот, которого, например, у каких-нибудь арабов в Пакистане просто нет вообще, или у каких-нибудь там индийцев, например, да, то есть индийцы там живут в каком-нибудь там цикличном мире, и им вообще все до лампочки, там, типа, можно просто там сидеть и как-то без еды, без воды просто где-нибудь там сидеть, вот, им это кажется нормальным, вот, а у России есть все-таки модель того, что там на Марсе должны свести яблони, надо коммунизм построить, там еще что-то, и вот эти вот ментальные модели, они могут быть как бы перетащены сюда, и я знаю, что там много есть людей активных, которых можно сделать пассионарными, если просто им показать, что есть вообще-то надежда, вот, и которые готовы там масштабно мечтать и так далее, вот, это как бы факторы, которые в плюс. Вот. Но в целом, я считаю, что эта задача, она глобальная, и как бы надо, ну, никуда не деться, но придется работать тоже глобально. И там, я взаимодействую, там, в том числе там, пытаюсь с OpenX выстроить взаимодействие. Вот. То есть нам нужно этим всем заниматься в масштабах всего мира. Вот. По поводу Tesla-бота, как бы, я бы сказал, что никак, потому что проблемы внедрения роботов, в том числе гуманоидных, они сложнее. Здесь я с Родни Бруксом соглашусь. Вот, и как бы на уровне демки понятно, что там Tesla сможет сделать что-нибудь прикольное, тем более, что все технологии они могут просто купить у Boston Dynamics или вообще взять готовые, потому что просто как одни это сделали, восстановить то же самое по публикациям вообще несложно. То есть, например, у Boston Dynamics есть там крутая их собака, которую они когда-то сделали, вот, и там китайцы, корейцы, и даже там наши российские команды делают таких собак как бы не сильно хуже, вот, на первый взгляд. А вот чтобы оно все работало системно, это прям требует много ресурсов. Я думаю, что Tesla-бот — это, скорее всего, такая сомнительная история, так же, как там, не знаю, автомобиль Apple, да, то есть, типа, люди заявляют, что у них что-то такое есть, но, как бы, это не сильно отличается от какого-нибудь ее мобиля, просто. Да, Николай. Николай Лещев, пожалуйста. А, или это... Нет, ты не говоришь, у тебя микрофон выключен. Или ты, это просто ты сказал спасибо, а не руку поднял. Хорошо, тогда тоже можно. Распознается, не распознается. Так, все тогда. Тогда давайте на этом закончим. Значит, я послал всем ссылку на... Кому послал ссылку на Zoom? Послал ссылку на чат прикладных футурологов и на канал. Вот информация будет там. Писать можно в чат, писать можно мне в личку. Вопросов очень много, поэтому просто выберите какой-то кусок, который вы хотите для начала грызть. Вот. С системностью разберемся по ходу. Вот. И рад буду всех видеть. Как бы любая деятельность, она должна как бы быть активной, то есть любое принятие знаний должно дальше вести к использованию их в каком-то проекте, поэтому как бы начните что-то писать, начните, ну, вы наверняка это делаете, значит, если что-то пишете, поделитесь со мной или с народом в чате ссылочкой там, на канал, на посты, самое интересное в первую очередь, менее интересное во вторую очередь, и как бы там про
обсуждение каких-то вещей, про обсуждение каких-то важных моделей, пишите, говорите, будем с этим разбираться. Вот. Очень на вас, на всех надеюсь, вас всех люблю и буду рад в следующий раз всех снова увидеть. Вот. Спасибо всем большое. Счастливо. Увидимся в будущем.